Думаешь, что я буду сидеть тебе хамить что-то сумасшедшее что-то? Теперь сумасшедшее. Но как по-другому? Как ты можешь думать такие вещи вообще? Теперь ты меня виноватишь? Это не манипуляция была. Мужской полигамности как таковой не существует. Это все придумано сообществом оправдания твоя победа над женщиной в данном случае – это проигрыш. Равно как и ее победа над тобой – это тоже проигрыш. Ты про Арсена Маркаряна? Смотрел ли ты по броню? Некоторые моменты, которые он транслирует, я немножко между строк читаю. В некоторых парах даже отсутствует культура прелюдий. Он может длиться 40 минут вот этой бестолковой акробатической борьбы представь себе, он стал миллиардером долларов. И по закону он должен отдать 50%. Но это крайне несправедливо. Всем привет, дорогие друзья, это подкаст Соломина, подкаст про саморазвитие, бизнес и образование. Сегодня я записываю подкаст с Марком Бартоном. Привет. Привет. Я здороваюсь обычно. Давай. Можешь, пожалуйста, рассказать о себе, чем занимаешься? Я прекрасный человек. Лучшее интро. Да. Психолог, телеведущий, писатель, ректор Международного института психологии и психотерапии. Отец четверых детей, муж. Все. Я думаю... я думаю, дальше можно не перечислять. Да, я думаю, этого уже достаточно. Я думаю, мы большую часть подкаста будем так или иначе сосредоточены на отношениях. Я уже смотрю, у тебя там что-то зачеркнуто, какие-то количество вопросов меня уже радует. Я немножко так прикрою, конечно, чтобы не спойлерить. Первый вопрос, чтобы определиться так или иначе с понятиями, задайте нам какую-то базу. Можешь ли ты сказать, кто, по твоему мнению, является настоящим мужчиной, а кто является настоящей женщиной? Настоящий мужчина. Ответственный. Ну, по моей, это мое субъективное, возможно, мнение, но это ответственность. Потому что ответственность, в принципе, дает возможность мужчине совершенствоваться абсолютно во всем. Мы прекрасно понимаем, что мужчины бывают разными. И кто-то, достигая определенного уровня развития, останавливается, кому-то этого мало идет дальше. Но ответственность позволила нам сегодня быть с тобой здесь. Потому что если бы, например, твои дедушки, прадедушки, пра-пра-пра-дедушки, все поколение мужчин были бы безответственными в каких-то вопросах, ну, скорее всего, тебя бы здесь не было. Пришло бы, я пообщался со стулом. <laughs> вот. И ответственность, она, в принципе, таким лейтмотивом в жизни мужчины, проходит в абсолютно всех сферах жизни. Если мы говорим про бизнес, это же ответственность. Да, ответственность взять на себя риски какие-то. Если мы говорим про отношения женщин, это тоже ответственность. Ты должен понимать, что ты даешь некие гарантии женщине, безопасность. Ответственность отцовства, ответственность в дружбе, ответственность по отношению к себе, к своему здоровью. В любую сторону смотрим, и везде ответственность определяет мужчину. Если ответственности нет, если мужчина не отвечает за свои действия и поступки, слова, в принципе, можно прекращать любой разговор с ним. А если говорить про женщину, ну, я бы, наверное, описывал такие качества, как осознанность и доброта. Потому что осознанность часто мешает женщине, отсутствие осознанности мешает женщине найти себе партнера подходящего, либо внутри отношений с партнером сломать его. А, причем сделать это абсолютно бессознательно. А, все, что касается доброты, ну, как мне кажется, это такая очень приятная энергия. Если женщина злая, ну, с ней очень сложно строить отношения, она будет коварна. А если она еще и неосознанная, это вообще двойной выстрел в голову. Но мне кажется, у женщины тоже должна быть ответственность так или иначе. Или это ну, Но... не определяющий фактор? Ну, у женщины ответственность – это такое второстепенное качество. Потому что если мы даже посмотрим на репродуктивную э, деятельность мужчины и женщины, все абсолютно по-разному. У нас у мужчин может быть э, женщина, которая беременеет. Кто за нее берет ответственность? Мужчина. Саду. Мужчина. А возникает вопрос, почему я должен за нее брать ответственность? Ну, потому что это продолжение рода это твой ребенок. А женщины по-разному проживают беременность. Кто-то ходит в спортзал, занимается спортом в это время, а кто-то лежит на сохранении в больнице. То есть в этом смысле у женщины ответственность где-то даже биологически может просто утекать из рук. Она пропадает. Она хотела бы. Вот она хочет быть ответственной, пойти на работу для того, чтобы обеспечить какие-то базовые потребности, закрыть. А она забеременела, ее бросил мужчина, она не может работать. Соответственно, степень ответственности совершенно другая. Поэтому это общая характеристика. Там из каждого состояния вытекает следующее. А если говорить именно про ответственность в отношениях с мужчиной? Женщине очень важно не заходить на территорию мужчины в отношениях с ним, потому что если он, если она заходит на его территорию, кастрирует его психологически. А женщины это очень сильно и очень качественно умеют делать. А иногда это даже проявляется через недоверие. Но когда женщина наблюдает за своим мужчиной и видит, что у него что-то не получается, и вместо того, чтобы дать ему ошибиться и исправить эту ошибку, стать сильнее и мудрее, и вырасти, она может где-то соломочку подстелить ему, появляется с советами, рекомендациями, либо с манипуляциями какими-то, а может быть где-то и с критикой, с, высме... с высмеиванием. В этот момент мужчина перестает быть мужчиной. Либо когда женщина пытается мужчину ограничить в его свободе. Учитывая тот факт, что мужчины никогда за всю историю существования человечества не находились с женщинами так часто, как сейчас, а большую часть времени мы проводили либо на войне охота, рыбалка, работа в поле, в мастерская. И в принципе у нас даже не было регламента временного, что я должен прийти домой в 20.00. Потому что моя задача основной была выжить и создать условия для выживания семьи. Сейчас. Технологически мы по-другому развиваемся. Есть временные промежутки, которые мы делим там, на отдых, на сон, на работу, на общение с семьей. И, естественно, если ты хочешь себе найти мужчину сильного, успешного, особенно если мы говорим про бизнес-сообщество, в бизнес-сообществе должны быть особенные женщины рядом с этими мужчинами. И если рядом с предпринимателем, начинающим, либо действующим появляется женщина-невротик, особенно с такой предрасположенностью к созависимым отношениям, где она всецело эмоционально зависит от мужчины, ей очень дискомфортно наедине с собой, она его задушит. То есть она станет источником стресса. На работе и так достаточно стресса у бизнесмена, у предпринимателя, там много рисков. А если эти риски еще соприкасаются с гормонами стресса, и источником гормонов стресса является жена, у мужчины рано или поздно просто пропадет к ней интерес. Не потому, что он самостоятельно этого захочет. У нас так организм устроена наша психика. Если мы берем, например, ретикулярную активирующую систему, симпатоадреналовую систему, органы чувств наши, объединяем это все в единую структуру, еще добавляем туда гормоны, нейроассоциативно только от одной мысли. О жене истерички, у мужчины может начинаться стресс. И он сам того не понимая, не спешит домой а она, понимая, что он не спешит, еще сильнее начинает его давить. А он еще сильнее отстраняется. Это не говорит о том, что женщина во всем виновата. Да? То есть я выступаю за модель, где два человека несут ответственность в отношениях, оба. Но когда женщина претендует на мужчину, на его территорию, на его свободу, на его авторитет в семье, на этом, в принципе, может все закончиться. Личная жизнь у предпринимателя вообще не приоритет. Вернее, на словах-то она так. Собственник часто говорит «да-да, встретимся, сделаю», но встречи срываются то из-за срочной поставки, то из-за внезапного увольнения топа. Такие рутинные задачи съедают сотни часов каждый месяц, из-за чего найти возможность уделить время семье и отношениям нереально. Без привлечений. Так, рушатся и семьи, и бизнесы. Получите инструменты для повышения эффективности компании на программе «Операционный директор» от Академии Эдисон. Всего за 6 месяцев в комфортном темпе вы научитесь оптимизировать бизнес-процессы, избавитесь от рутинных задач, выстроите сильную команду и внедрите в бизнес-принципы стратегического и операционного менеджмента. В основе обучения 320 интерактивных уроков и 34 бизнес-кейса. Лекции ведут топ-менеджеры российских и западных компаний. Занятия можно смотреть любое время. Получится совмещать с другими делами. Также хочу отметить, что доступ к программе и ее обновлениям останется навсегда. В финале вы получите официальный диплом который подтвердит вашу квалификацию. Программа операционный директора от Edison – прекрасная возможность изменить бизнес в лучшую сторону и сделать то, чего не могут другие. И, кстати, на таких специалистов сейчас огромный спрос, если вас интересует развитие своей карьеры. Уверен, после обучения на программе от Edison вам удастся найти время на тех, кто по-настоящему дорог. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, чтобы получить скидку 65% по промокоду Соломин. Так или иначе, я знаю, что мой подкаст смотрит много ребят, которые пытаются делать бизнесы, стартапы, вырастать очень жестко и очень быстро в молодом возрасте. И у всех появляются уже какие-то первые отношения. Лично у меня даже так было. И как будто бы нужно определить баланс. То есть сколько, какое количество времени все-таки нужно уделять своему партнеру, когда ты хочешь реально чего-то добиться. Вот что ты про это думаешь? Ты знаешь, многие ребята молодые общаются с девушками как с антистрессом. Вот кто-то его в руке мнет, а кто-то себе девушку заводит для того, чтобы удовлетворить сексуальные потребности, возможно, какие-то психоэмоциональные. И тут весь вопрос заключается в том, для чего тебе эта девушка нужна. То есть если ты понимаешь, что ты идешь в отношения для создания семьи, это один вопрос. Если девушка для тебя становится промежуточным звеном, в достижении твоих целей, и ты сам не определен еще в отношениях с ней, это другой вопрос. Но в любом случае у мужчины на первом месте его работа, его охота, его достижение. Если на первое место становится женщина, рано или поздно она начнет смотреть на тех мужчин, у которых на первом месте работа. Потому что рядом с ней ты просто инфантилизируешься, ты станешь слабым. А ей слабый мужчина не нужен. Она удовлетворит, возможно, свои какие-то запросы, психологические на то, чтобы тебя осадить чтобы ты был управляемым, контролируемым, и чтобы в том формате, в котором она тебя сейчас видит, ей было спокойно. То есть где-то она бессознательно <coughs> может превратить тебя в непривлекательного мужчину. Я не говорю про внешность, а про твое внутреннее состояние. И вот эта внешняя, внутренняя непривлекательность успокаивает ее. Она убеждена в том, что такой, как ты, не интересен никому. А когда ты успешен, ты интересен другим женщинам. Ты всегда являешься таким лаковым кусочком, на который смотрят девчонки в надежде, что ты на них обратишь внимание. Если мужчина в эту э, игру начинает играть, он погибает. И я абсолютно сторонник того, что отношения просто для встречаний, они не приводят ни к чему хорошему, ни мужчину, ни женщину. Если ты хочешь просто удовлетворить свои сексуальные потребности, ну для этого есть женщины с низкой социальной ответственностью. Они были всегда, они будут всегда. И ты можешь абсолютно спокойно пойти воспользоваться их услугами, закрыть кармические долги, отдать деньги и идти заниматься дальше бизнесом. И если ты вошел в отношения с женщиной и ты сделал свой выбор, ну мне кажется, это абсолютно бессмысленно, э -э бессмысленно тратить на нее свое время. Потому что между вами уже начинается репродуктивный брак, то есть вы уже муж и жена фактически, репродуктивно, биологически. А ни у твоего члена, ни у ее влагалища нет возможности определить на каком этапе отношений вы сейчас находитесь и кто вы друг для друга. Там все процессы, которые происходят, овуляция, семяизвержение твое. Если оно произойдет в первый день знакомства, в период овуляции, женщина забеременеет, либо через полгода в день овуляции, клетки все равно и сперматозоиду тоже. Они встретились и поженились. А ты можешь уйти из этих отношений. Она останется одна. И дальше И я смотрю просто на эти процессы немного глубже, чем мы об этом обычно говорим. Но ты же являешься частью родовой системы. И ты как мужчина, и я как мужчина, ставим перед собой задачу быть какими? Сильными, успешными, честными, порядочными. Не терять лица своего, да? то есть становиться благородными. А кто такой благородный человек? Это благо своего рода. То есть передо мной стоит задача здесь в сегодняшнее время, в этом поколении, в котором я сейчас нахожусь, стать лучшим представителем всех мужчин, которые были до меня. Может быть, я кого-то и не переплюну. И наверняка там были герои, которых ты никогда в жизни не обойдешь. Но сама цель, которую ты себе ставишь, стать благом своего рода, лучшим представителем мужчин по всей родовой ветке. Это очень сильно структурирует мужчину. И если мужчина расхлябан и расхлябан в отношениях, это ни к чему хорошему не приведет. И в гармоничных отношениях в семье мужчина всегда будет более успешным, чем вне отношений. Да, безусловно, бывает так, что мужчине просто не везет, он встречает какую-то, ну не ту женщину, и рядом с ней загибается, расстаются и идет в новые отношения. Там попадается абсолютно осознанная женщина, которая понимает прекрасно, кто есть кто не претендует на территорию мужчины, на его свободу, дает ему возможность быть собой, развиваться. Он, соответственно, отвечает ей взаимностью. И прекрасно отношения устраивает. Про девушек с низкой социальной ответственностью немножко резануло, потому что, мне кажется, многие мужчины по этическим соображениям к ним не пойдут. Но так или иначе, половой инстинкт... Uh -huh. Удовлетворить нужно. Ну, по этическим соображениям многие мужчины и своих девушек делают проституток. Но когда ты же находишься в отношениях с девушкой и не даешь никакой, никакой определенности, но при этом пользуешься ее телом за подарки, за ухаживание, за цветы, она не знает, кто она для тебя. А допускаем ли вариант, если она сама на это согласна, что это Если временно? девушка говорит, мне не нужны серьезные отношения, я готова с тобой просто заниматься сексом и весело проводить время, это ее ответственность, делайте, что хотите. Mm -hmm. То есть такой формат возможен? Это ваше право. Когда мы говорим про низкую социальную ответственность, да, иди сходи, это тоже так утрировано. Да, ну, хочешь, занимайся анонизмом. Ну, найди какой-то выход из ситуации. Ну, купи себе куклу резиновую. Сейчас он, китайцы разрабатывает массу гаджетов удивительно. Даже целоваться на расстоянии можно. Не, ну, когда 18 лет у тебя есть, допустим, половая тяга, и ты находишь себе девушку, и ты себе же еще не можешь фиксировать, что все, я с ней точно буду строить Конечно, семью. Конечно, не можешь. Вот, но... Я тебе про это и говорю: а. что когда молодой мальчик идет строить отношения сексуального характера с молодой девушкой, он еще не состоялся как мужчина. У него есть потребность удовлетворить себя, но при этом он не готов брать ответственность. Угу. То есть секс и ответственность идут рядом. Заниматься сексом может тот, кто умеет нести ответственность. И когда ты приходишь к девушке за денежку, ты сохраняешь договоренность. Ты платишь ей деньги это твоя ответственность. А если не платишь, приедут ребята, набьют тебе лицо. Понимаешь, обманул девчонку, работала, работала, сделала тебе приятно, денег не заплатили. То есть здесь нужно, нужно быть честными в первую очередь. Да? И мы понимаем прекрасно, что всю историю существования человечества проституция присутствовала. Я ее не пропагандирую. Я не считаю, что это является нормой. И если ты посмотришь там наш подкаст с Ксюшей Бородиной, когда приходила девушка из данной профессии, я, безусловно, противник этого. Но мы понимаем прекрасно, что и в Древнем Риме это было, и в Греции, и куда мы не посмотрим, в любую культуру, в любые временные отрезки развития человечества, ну, от этого никуда не уйти. Скажем им спасибо. Ну, я могу сказать, что есть какая-то доля заслуг на их, хотел сказать, на их плечах, но почему-то напрашивается между их ног. Хорошо у нас идет. А, а если мы все-таки а, хотим построить отношения, хотим семью, но понимаем, что в течение нескольких лет точно нам нужно прям очень много работать, и мы не сможем уделять внимание, ну, собственно, своей девушке. Ну, это нужно проговаривать это нужно проговаривать все. То есть если ты садишься и абсолютно нормально женщине своей объясняешь, девушке своей, куда идут ваши отношения, если ты озвучиваешь ей свою цель, намерение, ты говоришь, слушай, я вижу в тебе свою будущую жену. И я бы хотел, чтобы мы постепенно подготовились к этому. Значит, в соответствии с вашим планом вы выстраиваете действия. То есть вы действуете в соответствии с планом. А женщины, они очень критично воспринимают отношения, в которых нет Понимание, кто я. Ну, кто я для тебя? Девушка, временная девушка. Она может быть и временной женой, никто от этого не застрахован, институт семьи вообще упал. Но когда женщина понимает и осознает свой статус, а тем более видит в промежутке какие-то временные, она понимает, что ей можно быть спокойной. Она временно успокаивается, занимается своими делами, своим развитием. А если она не понимает, кто она для себя, только предположениями своими руководствуется, она, естественно, превратится постепенно в истеричку. Ей будет очень важно обращать на себя внимание любыми способами. Как конструктивными, так и деструктивными. И это невыгодная история для нас, для мужчин. Совсем скоро 1 сентября. А значит, нужно будет подобрать приятный подарок для детей и учителей. Это всегда непросто, как для родителей, так и для родственников, которые хотят порадовать своих близких. Есть отличный способ. Подарочная карта «Золотое яблоко». На мой взгляд, это идеальный формат подарка. Ведь подобрать то, что понравится, не самая простая задача. А вместе с сертификатом человек точно подберет то, что ему нужно. Кстати, к нему можно прикрепить видеосообщение. Это сделает подарок еще более приятным. Подарочный сертификат от Золотого Яблока идеальный подарок для близких людей и учителей к 1 сентября. Переходите по ссылке в описании и скачивайте приложение Золотого Яблока. Для того, чтобы узнать друг друга хорошо, вам не нужно много времени. Ну, сколько нужно времени для того, чтобы узнать женщину? А женщине мужчину? Ну, Несмотря в каком формате вы живете. Во всех форматах. Не, ну, я согласен, что с любой девушкой нужно максимально честное, ну, максимально честное отношение Конечно. выстраивать. То есть какие-то договоренности, их соблюдать. Я абсолютно с этим согласен. Но при этом я также слышал э -э, твою идею, возможно, я не прав, поправишь меня, что если вы уже вступаете в отношения с девушкой, то э -э, максимум Через год вы уже, ну, в общем, через год вы уже точно должны э, так или иначе это законодательно фиксировать. Mm -hmm. Вот, а если если вы за этот период времени еще, ну, не можете определиться, стоит ли это делать или нет? Ну, поэтому отношения должны быть осознанными. А когда мы влюбляемся, осознанности нет. И есть э, абсолютная mm -hmm. закономерность во всем. Вот если ты занимаешься бизнесом, ты же следуешь каким-то законам ровно так же, как ты управляешь автомобилем, следуешь правилам дорожного движения. И когда ты входишь в отношения, там тоже есть свои правила. И когда вы начинаете жить вместе или просто вести какие-то уже полноценные отношения, хочешь ты этого или нет, вы уже, как я сказал, репродуктивно биологически являетесь мужем и женой. И с момента, как только вы вступили в отношения, у вас начался первый этап семейных отношений. Но вы еще официально не семья. Постепенно вы выходите на следующий этап. Как правило, все отношения рушатся на втором и третьем этапах. Потому что после влюбленности идет этап пресыщения. То есть вы уже смотрите друг на друга не через эмоции и гормоны, угу. а где-то даже можете друг друга раздражать. Потому что ты видишь не объект влюбленности, не иллюзию, которую ты себе создал, а реального человека. Со всеми минусами, недостатками, сильными качествами, слабыми сторонами личности. И в этот момент очень часто мы считаем, что любовь закончилась. А почему? Потому что мы признаемся в любви когда? Когда ее еще нет. Мы признаемся в любви в период влюбленности. А период любви наступает гораздо позднее. И эти этапы нужно проходить. И, по сути, когда ты, будучи просто парнем и девушкой, упираешься в какой-то кризис, а этот кризис, он нормальный, то есть это естественный ход развития отношений когда вы даже можете раздражать друг друга, злиться, ругаться, конфликтовать. Это норма. Это вот как в бизнес-отношениях. Есть договор, у вас есть в договоре обязательства. Если вы не можете их урегулировать вдвоем, вы идете куда? В суд. И в суде этот вопрос решается. Так же и здесь. Если есть семья, и вы не можете договориться, вы идете к психологу, к сексологу, к психотерапевту. Но смысл в чем? Какую цель я ставлю перед собой? Какое мое намерение? То есть я создаю отношения для отношений, либо я создаю отношения, чтобы присмотреться. Если присмотреться, ты присмотришься. И ты всегда найдешь основание выйти из них. И завтра появится новая девушка, ты в ней найдешь сначала все прекрасное, но потом разочаруешься, и она в тебе. Это бесконечный цикл. А осознанные отношения говорят о том, что ты идешь в отношения, подготовленным к кризису, потому что его не миновать. И те отношения, которые, в которых кризис преодолевается, Выходит на следующий уровень. Ты расцветаешь, жена расцветает, все здорово и прекрасно. Либо расстаетесь, повторяете тот же цикл и тот же путь. Мне кажется, это бессмысленная трата времени. Так или иначе, с кризисом мы столкнемся. Верно, я понимаю. Конечно. Но могут ли быть ситуации, когда мы уверены, что мы сможем перебороть этот кризис? Но на самом деле эти убеждения ложны. И просто с этим человеком ничего у вас не получится. Оно бы, мы, но мы будем пытаться и пытаться, но это все ну, смотри, бесполезно. Любые, вот если ты обратишь внимание на то, как э, взаимодействуют между собой политики. Если, например, э, кто-то из политиков выходит с каким-то заявлением, он всегда стоит. Никто сидит с заявлением не выступает. Чаще всего это позиция стоя, потому что это агрессивная позиция. Если я вышел с каким-то заявлением, и ты вышел с заявлением, а мы с тобой, ну, вроде бы как пытаемся наладить дипломатические отношения. А ты со своим заявлением, я со своим. Заявления услышаны, потом мы что делаем? Мы перемещаемся в помещение, где есть возможность сесть вот так друг напротив друга и обсудить все. Либо мы садимся в кресло вот так, друг с другом, и общаемся. Но чаще всего это происходит в присутствии видеокамер, когда вы уже о чем-то договорились за столом. То есть первый этап – заявление, второй этап – обсуждение, третий этап – вы сидите в кресле перед камерой, говорите о том, о чем вы договорились. После этого, что там происходит, можно только догадываться. Попойка какая-то, веселуха, праздник, там они на боку лежат, как в Древнем Риме в Сенате. И вот если мы посмотрим на отношения мужчины и женщины, вот сквозь эту проекцию, мы понимаем прекрасно, что я прихожу в отношения с каким-то заявлением о себе, а женщина с заявлением о себе. Услышав друг друга, мы садимся за стол переговоров. То есть как мы видим эти отношения и обсуждаем очень важные ключевые вопросы. Кто в наших отношениях несет ответственность финансовую, как она распределяется? Тебе девушка говорит: "Ты знаешь, я считаю, что я не должна работать, потому что ну, мне кажется, я хочу быть домашней кошечкой, лепить тебе пельмени, создавать уют". А чтобы ты приходил, был довольный и радостный, еще с детьми буду заниматься. Ты говоришь: слушай, ну. а моя мама пахала всю жизнь, поэтому давай, дорогая, как-то договариваться либо ты идешь на работу хотя бы на полставки, но я должен понимать, что ты э, способна обеспечить наших детей, не дай бог, со мной что-то случится. Но, с одной стороны, вроде бы разумная позиция, с другой стороны, она может не удовлетворить твою женщину. Вопросы относительно быта не обязательно жить вместе для того, чтобы решить, как у вас будет распределяться быт, как часто там жена будет готовить, либо ты будешь готовить. Это все договоренность. И в этот как раз момент ты понимаешь прекрасно, что если ты столкнешься с кризисом, как мы будем из него выходить? В агрессивной позиции, то есть мы пойдем в конфронтацию с тобой, либо мы будем искать какие-то компромиссы, сотрудничество, либо будем вытеснять эти конфликты, не замечать их. То есть везде формируется культура. Эта культура не может быть проигнорирована в отношениях. И если ты договорился изначально, давай так, вот у нас есть какой-то вопрос. Ты чувствуешь, что тебя одолевают эмоции, ты не можешь с ними справиться. Ты импульсивный парень, например, да? Все вот зашкаливает, и ты понимаешь, что уровень норадреналина, это такой гормон гнева и ярости, но он просто тебя сводит с ума. И ты не способен в этот момент разговаривать со своей женщиной. Потому что вот только прикоснись к тебе, ты сразу как спичка. А она, наоборот, готова в это время к диалогу. Значит, выработайте какую-то культуру конфликта. Она должна понимать, что тебе нужно время отойти, а для того, чтобы тебе отойти, ты, возможно, тебе нужно побыть одному там один-два часа времени, может быть, полчаса. Потом вернуться, сесть спокойно и пообщаться. Если я веду себя деструктивно, постоянно ухожу от конфликта, не замечаю его, либо оставляю его неразрешенным, вот эти накопленные конфликты формируют кризис. То есть, по сути, если мы берем э, семейную психологию, мы можем избегать кризисных обстоятельств э, частично, если не накапливаем, не контейнируем неразрешенный конфликт. Вот есть конфликт, мы его не решили. Закрыли на него глаза, прости меня, и ты меня прости. Но по сути, прощение не означает решение вопроса. Идешь дальше, но накопительная функция работает, и потом ты, как пороховая бочка, взрываешься, и все на этом заканчиваешь. Верно, ли я понимаю, что с, как мы можем для себя определить, пройдем мы этот конфликт с человеком или нет, ну, именно этап кризиса или mm -hmm. нет. У нас сходятся с ним какие-то представления да. о будущем или не сходятся. Да. Если сходятся и мы выполняем договоренности, тогда мы его можем пройти. Да, то есть здесь важно, что оценить не вашу готовность преодолеть, да. а ваши желания. Вот если желания совпадают, вас объединяют, ценности похожи. Угу. Ну, вот вот ты, ты вначале сказал: да, как быть молодому человеку, который ну, пока не планирует семью, а планирует ее через два года. Угу. Но здесь нужна просто честность. Да, не нужно никого обманывать, не нужно никого вводить в заблуждение, манипулировать, честно признаться. Тогда у тебя будет свобода. Ты сможешь действовать, и у нее будет свобода. И, но при этом вас объединяет желание. А если у вас абсолютно разные ценности и понимание формы, структуры отношений, вы никогда не договоритесь. Вот она уперлась и говорит, я хочу замуж выйти ровно через год. Ты говоришь, я понимаю, но я пока не готов на тебе жениться. Мне нужно поработать для того, чтобы создать хотя бы какую-то подушку безопасности, mm -hmm. чтобы войти в эти отношения нормально. Но э, я тебя вижу своей женой. Я хочу с тобой детей рожать. Это нужно все озвучивать. Либо не хочу с тобой рожать. Я вообще не планирую рождения ребенка в ближайшие пять лет. Ты имеешь право на такие мысли? Конечно. Конечно. А она говорит: "Да ты что?" Я планировала мамой стать через полтора года. И вот вам первый вопрос, который нужно решить. Вы должны как-то договориться. То есть вы можете пойти в конфронтацию. То есть твое желание в данном случае победить. Это, это проигрыш сразу. То есть твоя победа над женщиной в данном случае, это проигрыш. Равно как и ее победа над тобой, это тоже проигрыш. Потому что в конфликте вы должны найти плюс-минус формулу, где победитель равен победителю. Каждый ушел, с элементами удовлетворенности. Если это компромисс, то этот компромисс должен также устраивать двоих. Потому что если ты постоянно уступаешь, например, тебе женщина скажет, ну ладно, я не буду тогда настаивать на рождении ребенка, будем рожать через пять лет. Потом она опять пошла тебе на какие-то уступки, и ты опять одержала победу. Потом еще на какие-то уступки. Опять эмоции негативные контейнируются. Одна сторона удовлетворяет свои потребности, вторая не, вторая не удовлетворяет. Рано или поздно скандал, конфликт. Ты узнаешь о себе очень много. То того. есть нужно еще чувствовать параллельно. У нее что-то контейнируется в этот момент, или нет, когда она с тобой соглашается? Ну, ты же видишь, например, как женщина постоянно идет тебе на уступки. Она это может делать даже бессознательно. А представь, если у этой женщины есть наклонность к созависимости. Да? И, как правило, такие девушки очень часто жертвуют собой в отношениях. Приносят себя в жертву, свои интересы, потребности, увлечения, отношения с подругами, там еще что-то, и отдают все это тебе. И им, ей может казаться, что ты за счет ее жертвенности масштабируешь и гипер, гиперболизируешь любовь по отношению к ней. А не дай бог, если ты это будешь воспринимать как должное. Ну, то есть ты же не понимаешь, почему она это делает. Ты можешь воспринимать это просто как язык любви, и даже не догадываться, что она при этом мучается. И она постепенно, постепенно, постепенно накопит в себе, потом познакомит тебя со своим недовольством. Поэтому очень важно наблюдать за тем, как часто партнер и мужчине нужно наблюдать, и женщине идет на уступки. Если их очень много, конфликта не избежать, 100% часто на этапе притирки, на этапе конфликта между мужчиной и женщиной кто-то из партнеров идет к психологу. И я очень много историй слышал от знакомых, когда психолог начинает накручивать человека, который к нему пришел, что вот тебе точно нужно уходить от своего человека, он тебе точно не подходит. И зачастую, ну, по крайней мере, по моему опыту, это все оканчивалось очень печально. Вот можешь сказать, как тут правильно действовать? Mm -hmm. Что ну, думаешь? смотри, когда тебе психолог дает конкретные установки к действиям, нужно выходить из кабинета и больше туда не возвращаться. Например, я могу себе такое позволить ну, там в публичном пространстве. В Инстаграм я вышел в прямой эфир, и там матом, блин, начал крыть кого-то да, собирайся и уходи. Но у меня нет, нет договоренности. Я же не в личной терапии нахожусь. Если это происходит в кабинете, и у меня есть протокол, и я понимаю, что я не имею права быть профдеформированным, я, естественно, никогда такого не скажу. А, но здесь очень важный момент, на который вообще, в принципе, должны обратить внимание люди, которые ходят к психологам. А, я об этом часто, постоянно и везде говорю, так как я являюсь ректором института, где мы обучаем психологов. А, мы, в принципе, ну, где-то даже отчасти настаиваем на этом, ты не сдашь и не защитишь дипломную, если пропустишь интервизию, супервизию, личную терапию. То есть, если ты игнорируешь все эти три показателя в процессе обучения, ты не получишь диплом и не сможешь практиковать. У нас э, в стране нет органа, регламентирующего деятельность психологов. Вот у тебя есть диплом. Ты отучился, ты имеешь право вести э, практику свою личную. Проходит месяц твоей работы, второй, третий, пятый, двадцатый психолог это очень уязвимая профессия. Ты постоянно пропускаешь через себя боль других людей. Очень часто ты сталкиваешься с ситуациями, которые похожи на ситуации в твоей жизни, либо на ситуации в жизни твоих близких, твоей семьи. Это говорит о том, что тебе необходимо быть очень экологичным. Это вот знаешь, когда хирург подходит к операционному столу, вот обрати внимание, ему даже перчатки надевают, чтобы он вообще ничего не касался, он должен быть абсолютно стерильным. Вот эта стерильность профессиональная, она для психолога очень важна. За счет чего она формируется? Абсолютно любой психолог, если он находится в индивидуальном консультировании, работает с семьей, неважно, с мужем, с женой, да даже в бизнес-консультировании, он должен регулярно посещать собственного психолога, с которым отрабатывает личные проблемы. То есть он приходит к своему психологу и рассказывает о том, вот у нас там с женой есть недопонимание, а вот у меня начались проблемы с моим сыном, который вошел в пубертатный период, а вот я потерял интерес к жизни, а у меня начались какие-то, началось какое-то выгорание эмоциональное. И мой психолог помогает мне вернуть меня в ресурсное состояние, чтобы, находясь в кабинете с тобой, я не решал свои проблемы через тебя, а помогал тебе. Второй показатель, который формирует вот эту стерильность и безопасность психологическую, это, конечно, супервизия. А кто такой супервизор? Это вышестоящий психолог над тобой. Ну, это как вот есть опытный бизнесмен и начинающий. И ты приходишь к опытному бизнесмену и говоришь, слушай, я там планирую закупить товар и продать его там-то, там-то. А он тебе говорит, не делай так. Потому что я там уже закупал очень много брака, там логистика хромает. Вот сделай вот так. То есть я прихожу к, своему супервизору, и супервизор, как вышестоящий иерархический наставник в мире психологии, дает мне некие направления. То есть он помогает мне справляться с моими сложными клиентами, с какими-то терапевтическими тупиками. И третий показатель – это интервизионные группы, интервизия когда, например, ты психолог, я психолог, ребята психологи. Вот нас собирается там 5-6 человек в одном месте. Мы изначально обсуждаем протокол встречи и, например, говорим, что каждый из нас сегодня на интервизионной группе может высказаться по поводу какого-то терапевтического случая, проблему, которую он не может решить. Вот ты высказываешь, рассказываешь какую-то историю, случаи из практики, о проблемах, которые возникли и все, кто присутствует в интервизионной группе, высказывают свое мнение. Не человеческое, а с профессиональной точки зрения. Это все может фиксироваться, соблюдаться протокол, вы все это записываете. Ты делаешь для себя какие-то выводы, опираясь на рекомендации своих коллег, опираясь на свое собственное мнение, формируешь некую дорожную карту для себя. И так каждый высказался, вы все это обсудили, ну и, соответственно, ответили на свои вопросы. В недавнем выпуске с Вячеславом Дубыниным я рассказывал об отличной возможности для увеличения своего капитала – инвестиционной платформе Brainbox VC. На платформе проверенные стартапы привлекают деньги на свое развитие. Когда-то таким образом получили инвестиции Авито, Aviasales, Додо Пицца и многие другие знакомые нам бренды. Вдумайтесь, если бы вы инвестировали 100 тысяч рублей в sales в начале развития, сейчас, спустя 15 лет, вы бы имели 56 миллионов рублей. Здесь действует принцип, чем раньше инвестируешь, тем выше доходность. Если вы готовы держать акции 5-10 лет, можно претендовать на десятикратный рост своих вложений. Если нет, в течение года-двух вполне можно удвоить инвестированные средства. До 5 сентября вместе с Brainbox можно инвестировать в стартап Internship. Это целая экосистема, помогающая дизайнерам выйти на работу. У компании есть собственная школа, сообщество и агрегатор стажировок. Пользователи Internship получают знания, находят единомышленников и получают поддержку. Сервис помогает специалистам выйти на работу в лучшие компании и не сдаться из-за ее долгих поисков пользователи сервиса уже получили работу в Газпромбанке, Яндекс и Тугис. В этот проект стоит инвестировать, так как рынок AdTech в России постоянно растет, а значит будет расти спрос на дизайнеров. Кроме того, Internship будет масштабироваться и на других IT-специалистов. Сам проект уже прибыльный. За 2023 год заработал миллион рублей чистой прибыли. Текущая маржинальность порядка 40%, а за последние 6 месяцев стартап вырос в два раза. Следовательно, у компании уже есть рабочая подтвержденная бизнес-модель, которую необходимо масштабировать. Кстати, большая часть компании — бывшие или нынешние сотрудники Яндекса. Ожидаемая доходность через год — 200% а к 2027-му – 1350%. Прогнозируемый оборот к 2028-му году – 300 миллионов рублей. Стать совладельцем компании можно при инвестициях от 5000 рублей. Напомню, что Brainbox VC состоит в реестре ЦБ РФ, а ее деятельность полностью регулируется 259-м законом. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании, чтобы начать инвестировать в стартапы уже сегодня. А психология это что? Это постоянная э, переквалификация, это изучение новых подходов, это изучение интегративного направления для того, чтобы ты понимал вообще, как устроен мир психологии. Это э, присутствие в какой-то ассоциации психологов, это э, аккредитация, возможно, каким-то образовательным учреждением, как это происходит у нас, например, в институте. Только в этом случае, вот я, например, за своих психологов могу ручаться потому что я просто-напросто не буду их рекомендовать никому, понимая, что они не находятся в супервизии, в личной терапии, в интервизии. Они там находятся постоянно. И так как у нас есть ассоциация, они там крутятся в этой ассоциации. И поэтому, когда человек приходит к психологу, который ему говорит, сделай так, так и так, либо начинает настраивать, например, своего клиента против мужа, против жены, против мамы, это первый признак профдеформации. То есть психолог создает условия, в которых человек находит ответ на свой вопрос самостоятельно, потому что ты уже пришел с ответом на свой вопрос в мой кабинет. И моя задача тебя не переубедить, а подсветить аккуратно те моменты, которые мешают тебе наладить, например, те же отношения с женой. А если психолог идет в дружбу, например, с тобой, то есть это такая знаешь, это такой психологический инцест получается. То есть он начинает вступать с тобой в дружественные отношения, типа по-братски. Там классный парень туда-сюда. Это еще один признак профдеформации. А если ты еще слышишь от психолога, ты знаешь, я за время наших с тобой встреч так к себе привык. И вот выбирая между дружбой с тобой и консультированием, я выбираю дружбу. Это еще один признак того, что ты попал просто на профдеформированного специалиста. И таких признаков очень много. И поэтому их нужно для себя изучить. И прежде чем ты идешь в терапию... Тебе нужно задавать эти вопросы своему э, психологу даже в предварительной беседе. Потому что, как правило, допустим, ты имеешь право созвониться с психологом, либо с его ассистентом и попросить предварительный разговор, который может продлиться буквально 10 минут, и ты задашь ему вопросы свои. Там, а сколько часов практики у вас? А как часто вы посещаете психолога сами? А есть ли у вас супервизия? А если вы посещаете супервизора, то а, что это за супервизор? Да, он это какое-то частное лицо, он там, относится к какому-то институту, университету, вузу, какой-то ассоциации терапевтической. А, принимали ли вы участие в каких-то групповых программах либо интервизионных группах? То есть тебе важно понять, к кому ты идешь. Вот представьте, тебе нужно делать операцию, ты же не выберешь какого-то интерна, который еще толка-то опыта никакого не имеет. Ты поинтересуешься, почитаешь отзывы, стоит к нему идти, не стоит к нему идти. Только в этом случае пойдешь под нож. А здесь то же самое. Как только ты попал в руки вот такого неопытного психолога-хирурга, угу. ну все, он тебе что-нибудь отчекрыжит там. Либо жену, либо мужа, либо мамку вырежет из жизни. Ну что-то произойдет. Резюмируем у нас очень много непрофессиональных психологов, их дефицит, нет какого-то регулирующего органа, но при этом мы для себя можем плюс-минус догадаться, что перед нами не очень хороший специалист, потому что он или будет... Э, э, скажем так, не стерилен пытаться дружить с нами или задавать какой-то свой вектор, как себя да. нужно вести, да, и абсолютно. сразу в этот момент мы от него уходим. Угу. То есть хоть как-то так мы себя можем обезопасить. Да. Ну, здесь вопрос не, не в том, что много непрофессиональных психологов. Нет, они могут быть профессионалами. То есть а, а, ну, я не имею права обесценивать их как специалистов с точки зрения их профессионализма мы говорим о стерильности, экологичности, о безопасности. То есть он может быть крутым профессионалом, но он забил на свое личное состояние и на все эти три показателя, о которых мы с тобой говорили, и просто-напросто становится профнепригодным. Как только он возвращается в эту структуру, он опять возвращается в профпригодность. Все. А ты к психологу ходишь? Конечно. Сейчас, сейчас временно не хожу, потому что я не нахожусь в личном консультировании. То есть я сейчас не беру никого в работу вообще. У меня есть вопросы, связанные там, с бизнес-психологией, но это да. совершенно отдельное направление, оно не требует работы с травмами. Если ты идешь в работу с травмой, без личного психолога туда даже засовываться нельзя. А если мы говорим про бизнес-направление, какие-то форматы, где ты даешь коучинговые практики человеку, здесь... Окей. Ты ранее, получается, ходил длительное время к психологу, да, чтобы. Постоянно. Ну, потому что по этике нужно Конечно. это делать. Не было ли такого момента, что просто закрыл все свои вопросы и зачем Они а никогда приходить? не закрываются. То есть, каждый день новый ну, вопрос? Ну, не каждый день, но ты в любом случае, ты понимаешь, бывают такие моменты, когда ты входишь в состояние такого эмоционально-психологического удовлетворения от да. всего, что происходит в твоей жизни. То есть, ты сталкиваешься с таким дзеном внутренним, и в этот момент. Но это самое удивительное. Это, кстати, относится и к бизнес-историям тоже. Вот и обрати внимание, когда мужчину чаще всего поддерживает женщина. Когда у все хорошо. Наоборот, когда у тебя все плохо. Да. Мне казалось, что нам... Начинает себя утешать. Ну, не знаю, может быть у тебя так. Но когда у мужчины все хорошо, женщина понимает, что все нормально, переживать нечего, я в безопасности, все окей. Она его благодарит. Но вот как раз на пике своего успеха угу. мужчина как раз-таки самый уязвимый. То есть когда он уже упал, столкнулся с какими-то трудностями, там уже немножко другие состояния. А мужчина нуждается в помощи там, когда он на пике своих достижений. И ровно то же самое в мире психологии происходит. Когда ты входишь в состояние супергармонии в отношениях с собой, с женой, с детьми, с миром окружающим, тебе нужно научиться это сохранить. Потому что когда ты научился зарабатывать сотни миллионов, твоя задача их сохранить и приумножить. И если ты расслабишься в этот момент, наверняка что-то произойдет с твоими деньгами. Так же и здесь. Как только ты достиг этого состояния, тебе нужно заикариться в нем. Ты должен сделать все возможное, чтобы это состояние было не временным, а постоянным. Поэтому даже когда у тебя все хорошо в жизни, к психологу можно сходить. То все равно нужно скорее. Конечно, да. ты знаешь, как в церковь люди когда идут, когда все плохо. Угу. А в редких случаях люди приходят в церковь наоборот, когда все хорошо. Я как-то это реальная история. Я пришел в церковь много лет назад, когда у меня было все хреново. То есть я был просто на самом дне своего мужского существования вообще социального какого угодно. И я зашел в храм в Перово. И стоял так про себя, молился, там, говорил, Господи, дай мне то, помоги, прости за все, вот, направь меня, дай мне каких-то жизненных смыслов. А рядом стоит мужик, ну как в анекдоте, а он наоборот стоит и говорит, Господи, спасибо тебе за все, спасибо тебе за то, еще так выражался, знаешь, ненормативно, Ну как матом не ругался, он так на приблотненном, спасибо тебе за пруху и фарт. Там, перекрестился. Раз. Спасибо тебе за друзей. Покланялся там. Спасибо тебе за мою женщину. Спасибо за мою машину. Он все стоит перечисляет. Хоть сзади налоговика оставь, пускай записывает все, что у него есть. Но мне кажется, это круто. Знаешь, что это прям очень классно и вдохновляет. Да, интересно. Надо, надо задуматься. Получается, психологу нужно идти, если все хорошо. И в когда очередь. все хорошо тоже. Люди не всегда готовы к успеху. Крышу вот и... сносит. Ну, конечно, ты же сказал, это молодые, успешные парни в бизнесе. Но я понимаю прекрасно, что сейчас есть ребята, которые еще не 30 лет, они уже зарабатывают столько денег, сколько не зарабатывали их родители, бабушки, дедушки, все вместе взятые за всю жизнь. Он только за месяц зарабатывает. И ты представляешь, он еще где-то ментально не окреп, масштаб личности еще не соответствует тем ожиданиям к которым он стремится, а у него появились сверхвозможности. Это вот взять вот такой стакан и попытаться туда из ковша-экскаватора вылить полтонны воды. Уф, потом останется вот так чуть-чуть, сколько ты можешь вместить, все остальное разольется. Соответственно, когда ты приходишь к какому-то успеху, ну, неважно, что это финансовый успех, социальный, тебе нужно расширять масштаб своей личности, то есть... Параллельно с масштабированием успеха, масштабировать свою вместительную способность его поглотить, тогда ты будешь в равновесии. Тогда у тебя не будет таких соскальзываний. Не появится на, на какого-то солевых желания заказать 50 голых карликов, облить их медом и заставить их танцевать на столе. То есть у тебя не будет вот таких флуктуационных состояний. Ты будешь плюс-минус так двигаться вот в своей колье. А я знаю такие примеры. Я за свои почти 43 года... Тебя карликов а, заказывали? Так. Да. Серьезно? Я шучу. Серьезно. Это не шутка. Я знаю просто ребят, которые только начали зарабатывать деньги, приличные, молодые парни, там, ну, как, ну, 30 лет, 32 года. Знаешь, как говорят, из, князи в гря... из, из грязи в князи. То есть вот он буквально еще недавно там был никем, и тут же взлет. И причем этот взлет произошел не потому, что они умные, они там вложили какой-то интеллектуальный труд свой, а просто попали в какую-то вот струю, там где-то при помощи каких-то махинаций, связи, в моменте на них падает большое количество денег. Снимается телефон, заказывается хорошая баня. В эту баню привозят каких-то аниматоров, кто-то приехал с медведем, там, цыгане, Ла -ла 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 -ла. скучно. Знаешь, вот это, как помнишь, фильм, э, мультфильм про золотую антилопу? Да. Когда этого Раджу веселили, кто-то потанцует ему, а он там все думал, вот у того Раджи есть э, какие-то э, э, диковинки. А, вот так же есть. Медведь не понравился, давайте... Мексиканцев с гитарами закажем. Приехали эти мексиканцы, да тоже не то. А давайте еще. И вот они, ну это как бы не в один да день. Не, дошли. не в один ну, день. Серьезно, не в один день. И тут в один из дней кто-то там говорит слушайте, А у меня там друзья заказывали, короче, на вечеринку себе карликов, акробатов. Они приехали там, ну абсолютно, то есть как нормально к этим людям отношусь, но они такие же, как мы. Ну чуть-чуть как бы отличаются, да, там ростом и а, анатомическим строением. И они приезжают зарабатывать деньги. Но эти поддаты говорят, мы вам заплатим это, ну, много денег, но при условии, что как бы, вот, надо сделать так-то и так. Ну и все, они там, давай их мазать медом, те танцевать под музыку. И они на мед же липкие. И они давай на них там лепить эти купюры 100 долларов. И залепили каждого карлика. <зарк> вот даже видно, не было, одни глаза торчали. Наделали фотографии, через полтора месяца одного посадили, у второго какие-то проблемы случились со здоровьем, потому что он не подрасчитал, унюхался где-то, отвезли его в больницу, у него там что-то с психикой, нарушения какие-то пошли. То есть, ну, не готов человек, даже, я не говорю, зная, что, ну, может быть, если у тебя там нет а, жены и семьи, а, и ты можешь себе позволить такой отдых, но ну, отдыхай, как хочешь, главное, чтобы все живы-здоровы остались». Но ты задай себе вопрос, ты эмоционально и психологически потянешь такую историю? Не сведет ли она тебя с ума? То есть не сломаешь ли ты себе ту же дофаминергическую систему, У тебе будет каждый раз а, хотеться повышать а, градус, вот эту симпатоадреналовую составляющую? Сегодня у тебя на карлике, завтра еще кто-то, послезавтра еще кто-то, а потом ты уже просто не понимаешь, как тебе вернуться к своему обычному состоянию. Тебе нужен постоянный раздражитель. Немножко откатимся к прошлой теме. Давай, Хотя думаю. это более увлекательно. это интересно. Тут реально истории хорошие пошли. Нет, мы можем войти в, в гуманитарное направление и на 15-й минуте подкаста просто выключат видео, и все. <смех> <смех> Нет, это, это правда сейчас очень, очень хорошо было. Побольше такого надо добавлять, кстати. Вообще, в самом моих подкастах. Если мы говорим про отношения, то как ты ранее определил, что через год, так или иначе, уже должно быть предложение фиксировать это на законодательном уровне. В общем, жениться ты должен на девушке. Но если у вас и так все хорошо, если у вас прекрасные отношения, если вы уже прошли этап притирки, угу. ссоры и так далее, то зачем перед государством себя определять? парой? Почему просто не продолжить жить э, в комфорте, если <связать> жить друг с другом без какого-то законодательного участия? Я понимаю, о чем ты говоришь. Да. Вот эти вот сейчас об... как, эта информация, возможно, для многих покажется немножко э, нестандартной, э, но я в институте э, в нашем э, преподаю семейную психологию. Если мы возьмем семейную психологию, системную семейную психотерапию, вот самых великих людей, которые, в принципе, эти подходы прорабатывали, изучали, и вот довели до нашего времени на свои мысли, на исследования, многое-многое другое, mm -hmm. то пара, которая находится в сожительстве, живут без росписи, эта пара считается семьей, представляешь? То есть в соответствии с семейной психологией, парень и девушка, живущие на одной территории, это семья, но с незарегистрированными официальными отношениями. Тут вопрос не в том, что ты можешь себе 25 печатей поставить одну на одну с одним mm -hmm. и тем же человеком, и вы можете еще пальцы подгрызть себе и кровью там закрепить все это. это никакой гарантии нет, что вы не расстанетесь через год. Вот в том-то все и дело. Печать в паспорте, она э, показывает твое намерение. То есть как бы что я из себя представляю. Если вы с девушкой своей договорились, что вас и так все устраивает, то есть вы в абсолютном доверии друг другу. Потому что очень часто, например, печать в паспорте и желание зарегистрировать отношения является формой манипуляции одного из партнеров, либо мужчины, либо женщины. Почему? Например, я хочу, чтобы ты стал моим мужем, иначе я не могу тебе доверять. То есть она находится в отношениях с тобой, где ты должен убедить ее в том, что она может перед тобой открыться. Но если у вас есть договоренность с девушкой, что для вас это не является приоритетом, и это не сверхзадача, а вы готовы к открытым ответственным отношениям и без печати в паспорте, но при этом обсудить все. Ну, например, да, вот ты же развиваешься возле девушки своей, там, зарабатываешь деньги, если вы делаете это в зарегистрированных отношениях, и между вами что-то происходит, отчихли 50% своей женщине. Ну, как бы закон требует. А если, например, она а тебе изменила, и вы разводите? Ты все равно должен 50%. Конечно, понять. отдай. Если она с карликами этими затусила, тоже отдай. То есть, что бы она ни сделала, ты отдаешь. И вопрос в чем? Не в том, что не нужно идти в отношения и регистрировать их. Mm -hmm. Надо, делайте. Вы ничего не потеряете. процентов будете... потеряете. Смотри, если вы будете осознанно их строить. А с другой стороны, скажи мне, а тебе не кажется странным, что в отношениях а, по какой-то причине мужчина считает, что все 100% его достижений а, это его заслуга? Ну, допустим, если девушка сама развивается, и вы как-то фиксируете изначально, что твои достижения – это твои достижения, мои достижения – это ну, твои достижения. Тогда секс на разных кроватях и друг с другом, самим собой. Ну, тогда сам себе готовь. Ты же пойми, что мы не можем конкурировать с женщиной а, с точки зрения достижений. Ну, ты посмотри даже на нормативы Олимпийских игр. Не будем приводить в пример э, Париж, где сейчас проходят Олимпийские игры. Но почему Спринтер Усейн Болт оббежит любую девчонку. Даже самую супербыструю. Ну, потому что он физиологически другой, у него мышцы другие, у него гормонов, гормоны по-другому работают? Он вообще другой, анатомическая проекция тела другая, мышечный каркас все другое. И женщина. Она не пробежит так, как он. Почему в тяжелой атлетике женщина не поднимет такую же штангу, как мужчина? Ну, потому что мы разные. И воспринимать женщину как человека, который должен вкалывать в отношениях наравне со, с тобой, или ну, со мной, мы не можем. А равно так же: у тебя сейчас оставь с ребенком на три дня одного, и ты поймешь, что такое материнство. А если тебе еще сделать клизму. И закачать внутрь, там, не знаю, 4 литра жидкости. Ты попасть. на мне какие-то плохие Да не про тебя, но я в общем... Тебе, нет, тебе. Нет, ну, слушай, но это не относится к тебе, это ну, в общем тебе, тебе, там, тебе, мне, неважно. Вот 4 литра воды тебе закачали к лизму, и походи с ней денек. Просто подержи там себе, чтобы прожить. А еще тебе давай подключим эти приборы, которые имитируют схватки. Я тебе уверяю, ты 20% нагрузки не выдержишь. И я не выдержу. Вообще никто не выдержит. А я эти эксперименты проводил. Причем они есть э, в зафиксированном видеоформате. Это было очень много лет назад. Можно найти на видеоресурсах проект ⁇ Беременный папа ⁇ Это была моя самая первая программа на телевидении, которую я вел. Реалити-шоу, куда приходили женщины, беременные, девушки с безответственными мужиками своими. Я их укладывал на кушетку, подключал к ним датчики специальные, там стоял такой прибор. И ты начинаешь повышать мощность импульсов. И у тебя просто сокращаются тазовые мышцы и мышцы живота до такой степени, что ты начинаешь орать. Ты пытаешься вырваться, а мы еще их привязывали чтобы они не вырвались. Самая большая нагрузка, которую выдержал там один из участников, по-моему, 34% от 100 возможных. А это даже не доходит до половины тех ощущений, которые проживает женщина. Я надеюсь, вы им гонорары какие-то платили? Конечно, этого. они же за деньги пришли туда. Они просто так, я думаю, за бесплатно <связывали> они бы <его не> согласились. <связывали> я, я сам потом попробовал на себе. Но я сфилонил там процентов там, 17 себе дал нагрузки, понял, что дальше не стоит этого делать. Я так к чему говорю, что у нас разная ответственность в отношениях, и не нужно пытаться доказывать друг другу, кто сделал больше, кто меньше. Потому что хочешь ты этого или нет, но ты на женской энергии тоже развиваешься и растешь. Она тебе создает условия, в которых ты можешь чувствовать себя комфортно. Это она... если мы определяем, что все-таки она способствует твоим достижениям. Но часто же бывает, когда токсичная атмосфера о семье может быть. Если токсичная атмосфера, и ты понимаешь, что это тебя тормозит, не нужно быть в этих отношениях. Если вы пытаетесь договориться, и это две стороны. Желают этого договориться. Окей, mm -hmm. ну, okay, прекрасно. А если только ты хочешь договориться, а тебя игнорируют, ну значит, не теряй свое время. Найди себе другую девушку и с ней строй осознанные отношения. Ну, поэтому, когда мы разводимся и расстаемся, и даже если понимаешь, что тебе нужно отдать там какую-то часть денег, mm -hmm. там либо какую-то часть имущества, ну давай будем честными и объективными. Вопрос в другом. Когда ты уже на пике своего, своей популярности, славы и успеха, и вот в твою жизнь приходит девочка и говорит: а давай кому это, там семью. Тут, ну, я тебе честно скажу, ситуации я знаю разные и даже ситуации достаточно известных людей, которые разводились в том числе потому, что а, их жены неосторожно проболтались там кому-то, что вышла замуж исключительно по расчету, а потом со временем вроде появились чувства. Но это безусловно неприятно. Мы по другому решите вопрос. Ну, ты, не знаю, подпишите брачный договор определите, слушай, дорогая моя, вот все, что у меня было до тебя, это все мое. И это, это абсолютно закономерно. Но при этом я готов для создания условий безопасности, ну, если ты богатый человек, да, там, ну, там, будет у тебя отдельная квартира, чтобы ты, у тебя были гарантии какие-то, если ты переживаешь, там, что я завтра куда-то убегу или меня, не дай бог, там, машина собьет. Есть какие-то гарантии, не знаю, для наших детей с тобой. Это разумно с точки зрения мужской. Выяснять, слушать, там я вырос, там потом что? Зачем? Ну, допустим, ситуация с с Безосом, когда он разводился, его жена после развода стала самой, по-моему, богатой женщиной в мире, угу. ну или одной из самых богатых. Я, я видел, да, статистику. Миллиарды, круто. миллиарды долларов угу. к ней отошли, но тебе не кажется, что тебе, что тут все равно какая-то асимметрия значимости происходит? То есть Безос, он же все-таки сам эти деньги зарабатывает. Подожди. Когда Безос был, э, ну, так условно скажем, бомжом никому неизвестным, она там наяривала ему, как миллиардеру. Понимаешь? Ну, ну правда. Ну, сколько там у него состояния? Сколько там, миллиардов? 180. И она получила 4 там, или 6, по-моему. Ну, я тебе, ну, ну пусть чуть-чуть побольше. Ну, это вообще несопоставимо. Ну, и пойми, вот а, что отличает мужчину зрелого от незрелого мужчины. Зрелый мужчина никогда не будет пытаться конкурировать со своей женщиной. Он настолько уверен в своем выборе, ты же не будешь переходить, пинать Роллс-Ройс твоими ногами, срать на заднем сиденье, знаю, царапать его, как-то пытаться свою значимость возле него подтвердить или, наоборот, зачмурить этот автомобиль. Зачем? Ну, всю историю существования человечества мужчины старались выбирать все самое лучшее для себя. Лучшего коня, лучшее оружие, лучшую землю, лучшую шкуру, и ты видел когда-нибудь охотника, который охотится за больным э, животным, который э, такой чахлот, зачем? Надо какого-то ну, нормального, солидного прибить, помощнее, посильнее, чтобы мяса было много, шкура была хорошая, чтобы можно как-то было использовать. Но когда мужчина выбирает себе, например, женщину, и потом идет в... Такую стратегию зачмырить ее, выделиться за счет этой женщины, опустить ее. Это первый показатель твоей неполноценности. Значит, ты не можешь для себя выбрать лучше. А если не можешь, значит, не готов. Иди поработай над собой и тогда замахивайся на, на какие-то более высшие показатели. Все взаимосвязано. То же самое касается женщины. Почему я вначале сказал, что если женщина истерична, если она психологически незрелая, она уничтожит мужчину своего. Ты никогда не станешь успешным. У тебя все разваливается. У тебя начнутся проблемы со здоровьем. У тебя начнутся проблемы в обществе. У тебя начнутся проблемы в бизнесе. А ты потеряешь веру в себя. Самое распространенное чувство, которое это статистика, которая у нас есть исследовательский отдел в институте. Вот. И мы часто проводим опросы. Ну, на разные абсолютно темы. И мы проводили опрос среди мужчин. С каким самым частым э, чувством и эмоциями вы сталкиваетесь в отношениях с женщиной? Mm -hmm. Чувство вины. То есть женщина навязывает мужчине чувство вины. Ты не такой отец. Ты мало времени уделяешь детям. А, посмотри, тут другие папы а, с детьми футбол играют. А другой папа, например, работает на заводе. И он ну, не планирует быть бизнесменом. У него есть рабочий день. Он закончил работу, пришел, пошел с детьми на, на футбольное поле. Это не говорит о том, что он плохой, мужчина, либо плохой папа. Его все устраивает в жизни. Но у меня другие цели, ты о них знаешь. У меня другая цель для себя и другая цель для нашей семьи. И ты изначально об этом знала. Поэтому это неуместный комментарий. То есть как бы, ну дай мне возможность быть, но при этом он не дает права мужчине быть расшатанным и все время сваливать на свою работу. Я работаю, я работаю, я работаю. Слушай, ну отцовство это ответственность, быть мужем это ответственность, поэтому здесь нужно находить какие-то договоренности. Или там женщина может обвинять мужчину своего в том, что вот ты там меня не так любишь, как я хочу. Ты не такой муж, не такой папа, не такой хозяин дома. Вот ты не так посмотрел на меня, не так сказал. Вот это ощущение, что я все время делаю что-то не так. Оно уничтожает мужчин. Потом ты нейроассоциативно переносишь это состояние в свою работу. У тебя начинают появляться какие-то сомнения. Если еще там год назад ты был волевым парнем, который готов был принимать краткосрочное решение, брать на себя ответственность, ты такой сидишь уже и думаешь, так, стопы. Вот раньше я бы это решение принял там, за один-два дня, я уже месяц хожу, и у меня постоянно какая-то катастрофизация в голове. Получится, не получится. А если я не смогу? А если я пропаду? А что будет? И э, вот такие моменты, они очень часто вычисляются в кабинете у психолога. То есть, когда ты собираешь анамнез подробный и выстраиваешь вот эту дорожную карту из причинно-следственных связей, где-то психоаналитически идешь в контакт со своим клиентом, это все очень быстро обнаруживается. В отношениях нет плохих-хороших. В отношениях есть дисбаланс, который очень часто не осознается ни мужчины, ни женщины. Как только мы это поняли и осознали, мы идем в договоренность. Все становится на свои места. Мне нравится и очень импонирует, что ты всегда исходишь из позиции честности и рекламентированности в отношениях. И вот даже касательно вопроса «Женить бы?» То есть, когда происходит развод, ты тоже этим руководствуешься. То есть она так или иначе тебя вдохновляла, она так или иначе как-то тебя сопровождала на твоем пути. И если вы разводитесь, что вам делить? 50-50 на 50 или как-то иначе? То есть это ну, немножко не по-мужски, если правильно, да? я Ну конечно, понимаю. да, абсолютно. Если женщина ставит перед собой у тебя цель все отобрать, Вот в этом случае защищайся всеми ресурсами. То есть ты понимаешь, что должен отстоять себя. Если вы разводитесь где-то договариваясь, да, то есть, ну, бывают такие ситуации, да, вот очень часто семейные пары приходят к психологу, они уже приняли решение развестись, но у них есть ребенок, например, либо дети, либо у них был общий бизнес, либо они какое-то имущество там вместе нажили. Они приходят к психологу и говорят, вы знаете, мы приняли решение расстаться, но мы бы хотели сделать это максимально по-человечески. Чтобы мы не унесли с собой там, агрессию, раздражение, какие-то обиды, потому что они нам будут мешать строить в дальнейшем отношения. То есть помогите нам как-то вот отрегулировать эти процессы. И э, грамотный психолог, он это сделает, он поможет им. И эти люди абсолютно нормально выйдут из конфликта. Они договорятся. А если ты видишь, что при расставании с женщиной либо ну, у вас начинается конфронтация и война, и ты понимаешь, что в этой войне женщина беспринципна, и она пытается у тебя отобрать все, что, что у тебя было, и до нее, и с ней вместе. Вот здесь вдруг мы защищайся всеми, вот всеми возможными способами. Лучшие адвокаты, юристы и поехали. Только так. И их практика показывает, что у женщины не всегда это получается сделать. Внедрить свой план коварный в жизнь поэтому, если это добровольная договоренность, ну да, это же твое благородство. Если это, там, я не говорю, знаешь, там про ситуацию, когда тебе жена изменяла три года, человек знать об этом не знал никогда, все для семьи делал, работал. Но здесь как-то, знаешь, уже морально нравственные принципы были уничтожены. Доверие попирается. Можно понять такого мужчину. Который хочет тоже оставить, например, свою женщину без ничего, мы не можем их осуждать. Вот я, ну, я понимаю, о чем говорю. У тебя есть человек, которого ты любишь, а он за твоей спиной совершает какие-то действия. А ты во благо этого человека и всей семьи пашешь. И она бежит в суд и говорит: там мне по праву принадлежит 50%. Нет, вот, ты можешь взять с собой три упаковки Дюрекса и покинуть нашу квартиру. И больше здесь никогда не появляться. Все очень индивидуально устроено. Мы не можем, знаешь, вот в одном направлении, все мужики козлы, все бабы стервы. Нет, все мы хороши. Мы, в принципе, не, у нас нет культуры построения отношений. Нас никто этому не учит, ни меня, ни тебя, вообще никого. Вот то, что мы увидели у себя в семье, впитали, принесли в свои отношения. Где-то посмотрели, услышали. А это же наука, ее нужно изучать. А мы этого, к сожалению, не делаем. Либо делаем, но очень поверхностно. Вот лично для себя пытаюсь резюмировать и дать какое-то мнение. Надеюсь, получится правильно его сформулировать, чтобы быть правильно понятым, да, потому что, я думаю, женщины так или иначе тоже будут смотреть. Если у нас происходит развод, и у нас, соответственно, так или иначе происходит деление имущества, оно происходит 50 на 50, потому что, во-первых, тяжело определить, кто какой вклад сделал, во-вторых, это как бы ну, не получится объективно сделать. И, соответственно, мы делаем это по-простому, делим 50 на 50. Ну, Можно сказать, ну, это имущества. один из вариантов. Да. Один из вариантов. Вот да. просто для меня лично кажется, что тут есть именно... Проблема оценки того, кто какой вклад сделал и сколько ему причитается. Есть... Ну, еще есть проблема масштаба а, делимого имущества. Ну да. да. Понимаешь, то есть, например, мужчина и женщина познакомились, создали семью, а он был никем, она была никем. В какой-то период времени произошел очень сильный рост. И понятно, что да, женщина сопричастна к успеху мужчины, но большая часть заслуг это его заслуги его работа, это его риски. Да, вот, и представь, начинали, себе, да. представь себе, он там, ну, стал миллиардером долларовым. И по закону он должен отдать 50%. Но это крайне несправедливо. Вот, я про И это здесь и говорю. нужно садиться за стол переговоров и, значит, договариваться про отступные. Угу. Да, вот, я просто знаю такие случаи, когда очень богатые люди разводились, и он говорит, слушай, я тебе вот, вот абсолютно по-человечески, да, смотри, либо я мы с тобой сейчас начинаем конфликтовать, и я нанимаю самую сильную команду юристов. Вот, вот просто сумасшедших, волки, тигры. И потрачу там миллионы долларов, но я свою позицию отстаю. Либо я тебе даю 20 миллионов долларов отступных. Это большие деньги. Это очень большие деньги. Вот тебе три квартиры, ну, вот тебе там, две машины. И вот тебе там... 5%, я не знаю, там, от сети аптек, 3%, 1%, чтобы ты себя чувствовала комфортно и понимала, что если меня не станет, то наши с тобой дети тоже были защищены. То есть всегда можно найти договоренность. Ну, нужно стараться уходить от конфронтации. То есть она ни к чему хорошему не приведет. И, безусловно, ну, это, 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 это мое, возможно, субъективное мнение, но это неправильно, когда мужчина заработал там какие-то баснословные деньги и женщина пытается отжать у него половину только потому что она была женой да ты имеешь право на часть его достижений но она должна быть э, соизмерима не только с морально нравственными какими-то правилами но и действительно с логическим рядом то есть ты же понимаешь да что, чего это стоило этому человеку как он это сделал на какие риски пошел какую ответственность на себя взял тогда все будет нормально Хорошо, что мы с тобой это обсудили, потому что изначально по инфополю у меня складывалось впечатление, что ты именно утверждаешь, что обязательно 50% отдать. Слушай, ну и... это же часто вырывается ну, из контекста. Это все, что вот есть даже обо мне в инфопространстве, там очень много вырвано из контекста. Вот просто дошли, дошли до одной фразы, оп, Но обрубили. это растиражировано, да? Ну, конечно, ну слушай, мне это интересно, как бы, если кто-то делает, мне наоборот это этого хорошо. Ну там... Растет узнаваемость, посещаемость социальных сетей. Uh -huh. Ты, пожалуйста, оправдываться там бегать, ребята, я не это имел в виду. Ну какой смысл? Но у тебя именно больше женская аудитория, да, сейчас? Ну да. Ну мужская аудитория тоже очень много. Ну понятно, что они женщинам пока уступают количественно. А но. как думаешь, почему именно женщина? Может ли это исходить из того, что ты как будто бы больше защищенность именно для женщин формируешь, чем для мужчин? Смотри, я больше говорю о женщинах, потому что их больше в моем пространстве рабочем. Угу. Да, то есть вот все, что связано в моих социальных сети, там больше женщин. Ну какой смысл привозить молоко на колбасное производство? Его нужно везти туда, где производят сыр. Также здесь, зачем мне рассказывать о мужских каких-то историях женщинам? Соответственно, с, с точки зрения эффективности твоей медиа-деятельности, ну, конечно, все понятно. Конечно. То есть, Окей. Огромное количество женщин, и я им рассказываю про мужчину. Ну, зачем они хотят про себя услышать, про отношения с мужчиной? Появляется мужская часть. У меня да. огромное количество контактов с мужчинами. А, это, это и молодые предприниматели, там, кто-то в политике, кто-то в бизнесе, кто-то по карьерной лестнице растет, да. какие-то бизнес-сообщества, бизнес-клубы, и это со стороны может так казаться, что вот он топит за женщин, вот там, я же ну, тоже захожу, иногда какие-то разборы на меня делают, там, Бартон, Каблук, там, как там еще меня называют? Этот, в общем, какие-то там придумывают меня меня ну, В этом ключе. Угу. Да, слушайте. ну, мне это, честно, там, простите за грубость, но мне насрать. Ну, просто насрать. Я же понимаю, о чем я и кто я. И бегать вот на, на, на каждое гавканье, кричать там, нет, ребята, нет. Что, мужики, я за вас в том числе? Ну, ни в коем случае. Из-за ограничений многие бренды и сервисы ушли из России, оставив нас на перекупщиков с огромной наценкой. Но что делать, если все так же хочется покупать крутые бренды из-за границы или заботиться о своем здоровье с помощью iHerb? Я знаю, как это можно сделать и расскажу вам. Теперь вы легко можете приобрести товары прямо из магазинов Америки на usmall.ru. На usmall можно заказать даже те бренды, которые не продавались у нас. А цены на американские товары могут быть ниже на 30-40%, чем в российских магазинах. При этом вы гарантированно покупаете оригинальную продукцию, никаких подделок. Большой выбор товаров известных брендов Nike, Adidas, Levi's и тысячи других в том числе недоступных России, все это вы найдете на US Mall. И даже товары для здоровья прямо с американского iHerb. Процесс покупки крайне простой, а что особенно приятно, принимается любая российская карта. Доставка из США в Россию занимает в среднем 2-3 недели. А по промокоду Соломин будет дополнительная скидка до 25% на все. Ссылка в описании. Скачивайте приложение по QR-коду на экране или переходите по ссылке в описании и заказывайте товары напрямую из американских магазинов на usmall.ru. Но ты допускаешь ли, что значимое число медиапсихологов, они именно формируют э, образ ну, идеального мужчины, как э, мужчины больше похожего на Каблука? Ну нет, почему? Ну, то есть... Э, у тебя фокус только на том, что ты должен угождать девушке и не думать о работе. То есть полный фокус. Ну ты на сейчас ей. услышала обо мне, от меня. А, да, а тебе я точно понял. Я говорю про в целом других психологов о твоих коллегах, Слушай, чтобы я... как раз нарастить внимание от женской целевой аудитории. Но если ты обратишь внимание, например, даже на то, как я взаимодействую со своей да. аудиторией, я же с ними не сезюкаюсь, понимаешь? И я, я всю правду-матку выкатываю, вот как она есть. Неважно, там, женщина это мужчина. Но когда мы говорим про информацию, которая лишь бы залить в уши, да, там есть, ну, я понимаю, о, о чем ты говоришь. Ну, ты видишь разницу сам между подкаблучником и мужчиной, который уважает свой выбор? Ну, это два абсолютно разных мужика. Вот сейчас есть разные там специалисты, так называемые, знаешь, в интернете, популярные, непопулярные, мужчины, я имею в виду, mm -hmm. которые там вот пытаются доказать, что мы, блядь, мужики, сок тестостероновые, мы там, блядь, Ты монстры, про Маркаряна? Ну и про него тоже, понимаешь? Ты, что -то ты знаком а? с его тоже. Ну, я так сказать, чтобы я был его поклонником, я не могу, но он по последнее время попадается, я так иногда зайду, что посмотрю, но... Э я не знаю его как человека. Я да, скажу так, он... что некоторые вещи тоже из контекста вырваны. Смотри, там есть. Я согласен. Да. Ну, я даже спорить с этим не буду. Там, может быть, там где-то отщепнули, там отщипнули, и все. То есть я... речь не об этом. Я не знаю его как человека. Да? То есть, может, он в жизни там вообще красавчик, парень, рубаха, нормальный мужик. А некоторые моменты, которые он транслирует, я немножко между строк читаю когда он рассказывает о других людях я понимаю, что у него очень много есть травматики своей. Угу. это не для того чтобы сказать там о том, что он плохой там я не знаю больной, но он прожил свой путь там были мама и папа. Был пубертатный период, были этапы взросления. Она, у меня, у тебя, у него, у каждого человека происходили какие-то события в жизни, которые могли из нас сделать либо на такую конструктивно-функционально полноценную единицу, либо наоборот деструктивную. Просто когда я вырастаю, понимаю, что здесь я не дотягиваю, здесь не дотягиваю, здесь не дотягиваю, вижу там какого-то более успешного мужчину. Начинаю подсматривать за его успехом, понимаю, над чем нужно поработать. Поэтому все, что касается его профессиональной деятельности, я туда особо не лезу но есть моменты там где он ну, явно выраженно там неуважительно отзывается о женщинах я mm -hmm. понимаю что там у парня был конфликт с мамой ну сто процентов либо был конфликт с женщинами которые там, его обманывали предавали изменяли не знаю может сказать там у тебя член маленький я не знаю там изменили ему ну могло произойти все что угодно и поэтому я там если я изучив, изучив его психологию там или философию на сто процентов я бы мог тебе сказать да из того что я сейчас слушаю ну, то, что я слышал, мне абсолютно не заходит. Ну, как-то, блядь, ну, ты знаешь, ну, это подростковая какая-то бравада. Просто подростковая бравада. Он, он еще молодой. ты вот вспомнишь мои слова, пройдет 10 лет, это будет совсем другой человек. тебя черный. с возрастом изменилось? Конечно, Конечно. Когда вот тебе, допустим, 28 лет было, какой то позиции придерживался? Слушай, в 28 лет я еще был в поиске себя. Uh, у меня был такой кризис внутренний, кризис смыслов. И я, наверное, в лет 30, вот так, 30-32, где-то вот 10-12 лет назад так немножко стабилизировался и вот пошел по колее так ровно. Uh, поэтому возрастом всегда... Ну, кстати, бывают ситуации, когда и наоборот. Ты можешь абсолютно быть возрастным человеком, но при этом абсолютно неосознанным. Вот. И возвращаясь вот к этой истории, связанной с попыткой там, разных блогеров зачмурить женщин, ты же понимаешь, какая там степень ответственности. Вот если даже мы берем там несозревшего парня психологически, uh -huh. который еще не совсем стабилен в жизни, И вот он послушал там Арсена, например, а он где-то с позиции своих прожитых лет, из своего опыта, уже справившись с этой ситуацией, или наоборот не справившись, высказывает свое мнение. Там все бабы, блядь. Но это не про всех, это про плохих. Понимаешь, ну как бы, нет, там произ, там прозвучало а -а -а, сверхобобщение, то есть там были сверхобобщающие фразы. Ну как бы, блин, слушай, ну, в смысле все. А давай хотя бы из этого списка самых близких наших, ну, как ты ж баб выбросим. маму, бабушку, там, сестру, тетю. Понимаешь, ну, ну, это же это нездоровая история. Я все-таки сторонник более разумного подхода без агрессии. Там очень много агрессии. Когда ты видишь много агрессии, ты понимаешь, что там очень много уязвимости. Ты не можешь ее прикрыть. И как бы эти люди не сопротивлялись, там где-то обесценивали психологию. Ну, блин, слушай. Ну, как-то же а -а -а, спецслужбы а -а, уделяют должное внимание психологии человека. Сто процентов. Причем каждая спецслужба а, в каждой стране. А тут появляются какие-то эксперты, которые говорят, психология это ерунда. Но вот как раз-таки на основании знаний в психологии я вижу, что у тебя проблемы с головой. Что ты в уязвимый по позиции, Ты в позиции такого ежика. Настолько уязвим, вот твоя агрессия равно твоя уязвимость. Не будет самодостаточный человек, психологически зрелый, состоявшийся. На саморегулируемые, в рефлексии находиться в состоянии вот такой публичной агрессии, каких-то директивных заявлений, обобщений, критики личности, перехода на какие-то оскорбления, Ну, это просто, это, это зашквар. Ну, можно еще допустить, что какая-то определенная гиперболизация и, допустим, из, какая-то излишняя агрессия, она нужна, чтобы охватывать Получать? Нет, если смотри, если это э, элемент игры, да, я просто не хочу там приводить примеры известных людей, которые на экране это один человек, а в жизни это совсем ты другой. Ты много человек. таких знаешь? Да. И <laughs> в, в обществе формируется сомнения, что они какие-то странные, а ты с ним вот так общаешься, сидишь, он вообще друг вот не, не могу просто, да, это не мои как бы тайные секреты, но я знаю ребят, даже вот молодых, известных сейчас, которых по какой-то причине аудитория и более старшее поколение воспринимают наркоманами, придурками, просто ведущими аморальный образ жизни, а социальные личности какие-то. При этом я этих людей знаю совершенно с другой стороны. Ты как будто не про капли... Моргенштерна говоришь. Нет, ни не капли... <laughs> да, не не капли алкоголя, никакой наркоты, здоровый образ жизни, культурная взвешенная речь, семейные ценности. Но mm -hmm. здесь просто актерская игра. Понеслось. Но здесь нужно быть аккуратным. Если твоя актерская игра влияет на э, мировосприятие другого человека, он ты не знает, что ты играешь. Он не знает, что ты сейчас выключишь камеру, выйдешь, наденешь на себя крест православный и пойдешь в церковь молиться. А повлиял ты на него? Повлиял. Поэтому тут важно понимать, чего ты хочешь, чего ты ожидаешь от этого эксперта, чему ты хочешь научиться. И вот этих авторитетов и камертоны тебе нужно выбирать самому. Но массовое влияние, оно всегда было и будет. Ну, как загорелся, так и потух. Ранее ты сказал, что часто бывает такая ситуация, когда мужчина начинает много работать, э, девушка начинает как бы э, заставлять, как бы пытается сделать своего мужчину более инертным, чтобы э, он был менее привлекательным для других девушек, и, соответственно, она чувствовала себя в безопасности. Но при этом она начинает к нему как бы остывать, потому что уже вот меньше э, чувствует в нем того мужского начала, которое она чувствовала изначально. Вот э, в какой момент девушки или вообще партнеры начинают изменять друг другу? Вот как это обычно происходит? Может быть, некоторые не прекращают это делать. Они не начинают, они просто не прекращают. Тут момент, смотри, во многом связан с чем. Если мы берем сексуальную сферу отношений между мужчиной и женщиной, хотим мы этого или нет, но Бывают периоды, когда в отношениях наступает сексуальная скука. То есть это период, когда ты уже не чувствуешь такого восторга, который был, например, в период влюбленности, такой страсти. И сексуальные отношения становятся более, такими более пресными. И если в период сексуальной скуки партнеры дистанцируются друг от друга, высока вероятность измены. Но здесь нужно разобраться, что мы считаем изменой. Да? Измена может быть ментальной. И ты можешь находиться, например, в какой-то переписке с женщинами, обмениваться какими-то фотографиями, рассказывать о своих чувствах, рассказывать о своих эмоциях по отношению к этому человеку, но при этом находиться в отношениях. Но все-таки сама сексуальная связь – это уже конечная фаза, вишенка на тортике. Измена, как правило, происходит гораздо раньше. А это уже подтверждение э, тех планов, которые ты поставил перед собой на каких-то ранних сроках. Вот. Но вот то, что ты сказал по поводу инфантилизации мужчины, то, что женщина потом теряет к нему интерес, это же очень круто преподнес Фрейд. Да, вот есть такое понятие, как синдром Мадонны-блудницы, комплекс Мадонны-блудницы и комплекс рыцаря-развратника. Вот комплекс Мадонны-блудницы, он в большей степени он относится к мужчинам. То есть, если коротко объяснить, что это, мужчина, мальчик, например, который находился в процессе созревания, психосексуального развития, мог влюбиться в какую-то девочку в школе. Допустим, ему там 6 лет, 7. У него появилось какое-то какое влечение. И он начал с своей детской позиции ухаживать за ней, портфель отнести домой. А через два дня он смотрит... Николай из параллельного класса тоже несет ее портфель. А проходит еще 4 дня, и этот портфель несет Гриша. Да, и вот Светкин портфель тягает вся школа. При этом там нет никакого сексуализированного намека. Это просто дети. Да, им нравится вместе проводить время. Ну, а этот мальчик, возможно, он ну, преждевременно пошел в такую свою половую проявленность. Гармончики, как-то начали шалить раньше времени. И он воспринимает эту женщину как легкодоступную, эту маленькую девочку. Где-то бессознательно он формирует некий образ: что женщина привлекательная, интересная, на которую обращают внимание другие мужчины, она не для отношений. То есть с ней невозможно построить отношения. На кого он начинает ориентироваться? Он ориентируется на такой больше архетип мамы своей. Оседлая хозяйка, надежная, уютная, понимающая. Он вырастает и очень остро реагирует на женщину, которая в его формате это такая блудница, она может быть самой порядочной женщиной, да? но он ее считывает по внешним параметрам, по ее красоте, по ее там, социальному статусу. И он может привлекаться на, на нее, отреагировать на нее, но не идти с ней в отношения. А женится, скорее всего, на женщине, которая архетипически ему напомнит мать. Но при этом внутри этих отношений он, возможно, будет идти на измену. Потому что архетип мамы его не впечатляет. То есть там чаще возникнет сексуальная скука. Но и уходить от него он не планирует. Теперь понятно, почему по Фрейду. Понимаешь? То есть и уходить от нее не будет. То есть он будет со своей вот этой домашней женщиной. Но остро реагировать на архетип любовницы и будет изменять с этим архетипом. Именно по этой причине очень часто красивые, успешные женщины сталкиваются с одиночеством. А мужчины многие боятся с ними строить отношения, потому что воспринимают их бессознательно, как ненадежных. Если мы берем женщин, у них архетип ну, архетипы, комплекс рыцаря-развратника. И, например, у девочки были прекрасные отношения с папой. Но они были фантастическими. Отец был просто безумно близок к девочке своей, давал ей безопасность, эмоциональную теплоту, любовь. Она вырастает и встречает такого мужчину домашнего, спокойного. Он весь, значит, в э, заботе о семье. Он э, не планирует и не пытается куда-то увильнуть, там, сходить налево. И женщина рядом с таким мужчиной может очень быстро расслабиться и потерять к нему интерес. Почему? Потому что вот эта его инфантилизация, бытовая кастрация, он постоянно у нее на виду находится. И она воспринимает его бессознательно в большей степени не как мужчину своего, как отца. а как папку. Но кем она увлекается? Она... Да, Вы вот даже посмотрите на женские шутки, когда они собираются вместе, причем замужние женщины, да, они могут шутить между собой, рассказывая о том, какой прикольный парень, какой сексуальный мужчина. Почему? Они остро реагируют на архетип развратника. Но так как они понимают, что с развратником отношения не построить, она может либо ментально изменять, либо в тайне там просматривать какую-то порнографию с мужчинами, которые по ее типажу сексуальному в наибольшей степени ей, значит, подходят. Либо она может пойти на измену с этим мужчиной. Это очень опасный формат. Поэтому, когда женщина инфантилизирует своего мужчину, одомашнивает его, она должна понимать, что рано или поздно она его перестанет хотеть. И будет хотеть сильного. Вот если тебе даже расскажу, приведу такой пример, тоже статистические данные. Да? Они не взяты из интернета. Это данные, которые мы собираем через свои исследования, через свои опросы. Вот, например, женщина, которая изменяет своим мужчинам, когда их просишь рассказать о есть какие-то отличия существенные от сексуальных процессов с мужем и с любовником. Большая часть женщин, которые идут на измену, рассказывают о сценариях более развратного секса с любовником, нежели с мужем. То есть а ей очень сложно раскрыться с мужем в отношениях сексуальных, и муж с ней не раскрыт. Это говорит о чем? О об отсутствии развития сексуального интеллекта в паре. То есть они, видимо, выбрали себе партнеров максимально безопасных для своих защитных психологических механизмов. Но реализуют свои желания и фантазии в другом месте. И когда мы, кроме анкетных данных, приходим к открытому полю для рассказа, иногда волосы дымом становятся от того, что женщины пишут. Вот как происходит там измена. Начиная от засунутой ноги в рот, понимаешь, и каких-то супер-супер-извращений, на которые она никогда в жизни себе не позволит, например, со своим мужем. Ровно то же самое касается и э, мужчины. Потому что вот эта э, записанная информация на подкорке, это мама моих детей, это моя жена. И у мужчины где-то даже чрезмерная, чрезмерная бережливость сексуальная. В отношении женщин, но он не может себе позволить того, что он позволяет, например, себе с девочкой по вызову. Он там ее шлепает и бьет, я не знаю, что они там делают, вытворяют, но там все совершенно по-другому. Но когда он с женой это делает, у него это все может быть гораздо более скромнее. Я не говорю, что это у всех так. Но под этот комплекс, и вот по твой вопрос, попадают миллионы семейных пар. И для того, чтобы избежать изменных или хотя бы минимизировать появления измены в семье, необходимо, первое, развивать собственный сексуальный интеллект. Ну, вот я тебе приведу очень простой пример. <свеч> и у мужчины, и у женщины есть такое понятие, как сексуальный газ, сексуальный тормоз. Что такое сексуальный газ в жизни женщины? Есть биологические процессы, которые создают условия в течение месяца, когда женщина на пике своей сексуальности. Это период овуляции. Вот у нее начинается овуляция, за несколько дней до нее, и несколько дней после это самая страстная любовница для тебя. Этот период нужно вычислить и мужу, и жене. И постараться сместить всю сексуальную активность именно к этому периоду. Теперь внимание, вопрос на таком: а Какое количество пар старается избежать сексуальной близости в период овуляции? 47, там, или 46 или 47 процентов. Почему? Страх незапланированной беременности. То есть мы, допустим, с женой, да, кстати, вместо есть, того, да. чтобы воспользоваться самым прекрасным моментом для раскрытия сексуальности своей женщины и впитать в себя эту сексуальность, игнорируем этот период и смещаем его в периоды, когда женщина погружается в состояние сексуального тормоза, когда ее внутренние процессы и внешние обстоятельства не способствуют возбуждению. А это может быть. Это может быть тормоз сексуальный, обоснованный внешними факторами. Устала на работе, стрессовая ситуация, устает с детьми, бытовая ответственность, заболела, атмосферное давление, все что угодно. Либо это может быть продиктовано внутренним состоянием, да, когда она не может найти общий язык со своим мужчиной, когда в отношениях с ним у нее постоянный стресс, она не может расслабиться. А для женщины секс это не то же самое, что для нас секс. У нас вообще разная сексуальная природа. И, безусловно, когда мы просто пролетаем друг мимо друга в сексуальных предпочтениях, в биоритмах сексуальных, в развитии сексуального интеллекта, начинаются проблемы. У нас у мужчин вот сексуальный газ практически всегда в пол. То есть там он нажат нормально, понимаешь? То есть там только... Тормоза он... нет. А он отсутствует. Ну, и бывают, так. конечно, периоды, знаешь, когда тебе не до секса, потому что, ну, правда, ты можешь быть там... Хотя, ну, я не знаю, у меня были такие клиенты, он говорит, слушай, я... Причем такие мужики, работяги, знаешь? Ага. Ну, слушай, я там вкалываю физически. Я прихожу домой, вот так заползаю в душ, дохожу до кровати, падаю, хряк, блин. Да, да, да что ты будешь делать? делать? И ты и, и, вроде бы как бы и устал, и думаешь, ну, ладно, бочком хоть как-нибудь, вяло текущим, но мы это сделаем. Вот и все. А у, у женщины по-другому. Ты видишь, вот ты подойди, например, женщина подойдет к своему мужу, он стоит там на кухне, делает себе чай. И если она подойдет и без предупреждения засунет ему руку в трусы и возьмет его за яички, как он отреагирует? Реакция моментальная будет. Ну, конечно. Положительная. но он же не ударит ее с локтя, правда? А теперь повтори это с женщиной со своей. Она стоит, наминает фарш, Делать тебе котлеты. Она, вообще там у нее мысли в другом месте где-то. Она о сексе думать не думает. И тут неожиданно твоя рука оказывается у нее э, в паховой зоне. Реакция будет совершенно иной. То есть для нее это равносильно тому, что случайно сосед за солью зашел и схватил ее. Потому что женщина сексуально раскрывается задолго до секса. А мы, мужчины, этого не понимаем, не осознаем. Нам кажется, что если я вышел из душа, с полупривставшим членом она должна упасть в обморок и сказать: о, Боже, то да ты дефилируй возле нее, сколько хочешь, голышом там, хоть орехи калим Но она на тебя посмотрит очень так, знаешь, так очень спокойно. Ну, если у нее был там, длительный период воздержания, и она по тебе с ума там скучала, ты был в командировке месяц, ну, скорее всего, отреагирует. А у женщины-то секс начинается. Вот здесь секс а для нас с тобой. А у женщины секс вот здесь. Она проснулась утром, увидела тебя, ты ее обнял, поцеловал, вы пошли вместе позавтракали, поинтересовался ее настроением, как она себя чувствует, поцеловал ее в щечку, там, подвез ее к работе, а, там, в течение дня позвонил и сказал, что малышка, скучаю по тебе. А давай за тобой заеду, сходим, съедим по нашему любимому какому-то кексу французскому. Архетип отца не возникает, нет. архетип развратника пропадает. Нет, нет, нет. Здесь, смотри: здесь нет никакого архетипа отца. Ты это, ты это все делаешь как раз таки из архетипа того самого развратника. Понимаешь? То есть ты же можешь в себе совмещать разные. Да, архетипы. я поэтому уточняю, как тот баланс получается. Вот смотри, вот давай возьмем Сережу Косенко. Давай, да? Вот, я тебе просто приведу пример. Вот просто послушай меня. Возьмем Сережу Косенко. Что он делает? Мы, если считаем его архетип, он такой парень весельчак, да, это его естественное состояние. Он и в жизни такой, открытый, шубутной, понимаешь? Вот он такой. Представляем себе ситуацию. Сережа Косенко оказывается на э, приеме, например, у министра внутренних дел Российской Федерации. Как ты думаешь, в каком он архетипе будет? <свят> ну нет, конечно. Ну нет, конечно. Он будет в архетипе структурированного такого, знаешь, короля. Он будет выдержан, он будет следить за, следить за речью, он лучше промолчит, чем скажет. У него не будет каких-то гримас на лице. Деньги он с вертолета бросать не будет 100%. Он будет сдержан. Почему? Потому что мы бессознательно даже не замечаем, как мы уже умеем и способны переключаться в разных жизненных обстоятельствах на разные архетипы. Также и в отношениях. Если мужчина в отношениях со своей женщиной и женщина в отношениях с мужчиной способны переключиться в эти архетипы, это прекрасно. И вот ты ее сопроводил на работу, потом встретились, вы пошли поужинали вместе, ты проявляешь о ней заботу, то есть подчеркиваешь ее важность и значимость не только, когда ты хочешь с ней переспать, а и когда у вас нет этой близости, она сама на тебя набросится, она сама будет готова к спонтанному сексу, к внезапному сексу, к какому-то раскрепощению внутреннему. И при этом женщина тоже должна понимать, что у нас тоже все по-другому устроено. И все те процессы, которые мы можем понаблюдать друг у друга, мужское возбуждение, оно внешнее, да, и секс внешний. Мужчина возбудился, это можно заметить. А если женщина возбудилась, ты этого не заметишь. Там как бы ну, физиологически ничего не, не проявлено и не выпирают у нее из-под платья. То есть ты должен понять, что для женщины сексуальность – это внутри, а для нас сексуальность – внаружи. И чтобы добраться до внутренней женской сексуальности, тебе нужно внешне проявиться совершенно по-другому. И женщина должна понимать, что наша мужская сексуальность, она очень часто игнорируется женщиной, когда мы, например нуждаемся в удовлетворении своей потребности, а женщина использует на какие-то манипуляции, чтобы не удовлетворить мужчину, потому что она там обиделась на него 4 месяца назад. Как вспомню, как ты посмотрел на Глашу, и вот она все об этом думает и рассуждает. Нужно просто изучать друг друга. Вот тогда заинтересованности в походах налево будет минимум. Они могут возникать. И все здесь регулируется исключительно твоими внутренними состояниями. То есть один мужчина хочет пойти налево, но он этого не делает, потому что боится заразиться какой-то фигней. И он ограничивает себя. Какой-то мужчина не делает этого, потому что он верующий человек, он находится в духовном развитии, борется с этими искушениями. Кто-то просто из уважения к своей женщине не изменяет, а кто-то идет изменяет. Но при этом безумно любит свою жену. И у меня клиентов таких, там, мужиков уже, которым за 55, за 60 лет, он говорит: слушай, ну у меня были периоды в жизни, когда я ходил налево, но я безумно люблю свою жену. Я вот все готов для нее делать: заботиться, подарки, не знаю, путешествия, быть ей другом, и любовником, кем угодно. Я не хочу ей делать больно. Поэтому все, что я совершал на стороне, делал исключительно аккуратно. И вот тут возникает вопрос: а почему так? То есть если мы уходим в историю развития человечества, смотрим на мужчину с позиции полигамности, ну, это не совсем полигамность, это просто генетически обоснованная вседозволенность. Потому что институт семьи как таковой существует официально недолго. Если мы посмотрим на мужчину, который, например, жил 500 лет назад, ты можешь себе представить, чтобы у него была одна женщина? Нет. Потому что где он был? Он ушел в поход куда-то торговый, его нет дома полгода. Поэтому даже в Библии, я не помню там дословно э, фразу, э, то есть не покидайте дом свой надолго, да, потому что у тебя всегда появится искушение. Ты всегда будешь э, испытывать некое желание. И если ты не притормаживаешь себя морально-нравственными, духовными принципами, ты пойдешь это и сделаешь. Э, и мужской полигамности как таковой не существует. Это все придуманное сообществом оправдания. Равно как э, женщина гораздо более полигамна. Кто выбирает себе самца? Женщина? Конечно, женщина. Посмотри, как это происходит, например, в мире животных. Самцы, самцы дерутся за самку, а она решает подпустить или нет. Не, ну победитель сам выбирает самку же. Самый сильный самец часто выбирает самку. Да что ты говоришь? Ну часто лежит, лежит там львица на камушке, загорает, хвостом вертит, попку приподняла Но и с... присматривается. Она еще начинает огрызаться с победителем. Он пришел весь израненный, измученный к ней. Она его покусать может. То есть нужны какие-то обоснования, обстоятельства. Нет, так случаи... или иначе, в животном мире я точно для себя фиксировал, что часто именно самый сильный самец определяет для себя самку. Слушай, ну шесть львов пришли увидели самку. Она там одна. Другие шесть, шесть другую определили. И дерутся за нее. Классная сцена вы И они там дерутся за нее. То есть тут нужно понимать, что мы еще не совсем изучили даже вопросы, связанные с эпигенетикой, да, то есть вопросы, связанные с наследственностью определенной. Я тебе приведу очень простой пример. Вот смотри, мы сейчас с тобой можем сесть в самолет и через 5 часов оказаться, например, в Арабских Эмиратах, да? Почему? Потому что ты и я, например, познакомились там со своими будущими женами, поехали к ним на свидание, а мы вот с тобой два друга, приехали, провели классное время и решили все вместе вчетвером вернуться обратно в Москву. Вот мы вернулись в Москву. 400 лет назад такой возможности не было. И люди создавали семьи в близком для себя окружении. То есть это некая община, там, поселок, деревня, какое-то небольшое, не знаю там, какое-то небольшое поселение. И у нас не было возможности географически так перемещаться. Ну, просто отсутствовала такая возможность. И когда мы создавали браки внутри вот такой маленькой культуры, мы плюс-минус понимали друг друга. То есть я знал, в каких там богов либо бога верит Маша. Она знала, в каких я. Мы понимали, какие у нас семьи. А, там какой-то, а, какой значит, рейтинг родовой могли отследить. Да? Почему, например, если мы берем даже Северный Кавказ, они так чтят тейпы свои, потому что они знают, что там происходило с прадедушкой, кем он был, прадед, они знают все. И для них это очень важно. И когда две родовые системы знают друг друга, нам проще с тобой договориться, потому что мы выращены в одной культуре ценностей, в одной, в одной системе ценности. А когда я иду в отношения, например, с женщиной, которая выросла вообще в другой системе ценности, и у нее разные мировосприятия, другая модель семьи, у нее духовные аспекты развиты совершенно в ином направлении. И вот мы встретились. начинается, как ты говоришь, притирка. Вот это действительно настоящая притирка. И мужская природа, вот если ты обратишь внимание, она всегда была завязана на чем. Ты не мог подойти к женщине, если не научился нести ответственность за себя. Да, как мы вначале определяли. Понимаешь? Просто, да. То есть если ты слабый представитель, и ты проиграл в битве за самку, тебе никто ничего не даст. Ни любви, ни нежности, никакого секса, вообще ничего. Именно по этой причине во многих культурах мальчик там с трех лет был практически приклеен к своему папе и мужскому обществу. Сейчас посмотри на мальчиков, кому они приклеены. Они приклеены к мамкам, к бабкам, к воспитателям в детских садах и все. И вот этот инфантильный мальчишка с эпигенетикой своей, с потребностью быть героем, покорять и завоевывать женщину, с какими-то, возможно, еще генетическими привычками, которые он не осознает, угу. встречает женщину. И для него секс с женщиной ⁇ это, знаешь, такая психологическая присоска к психологическому соску. То есть он там не как мужчина присосан, а как мальчишка инфантильный. И для него секс с этой женщиной как средство уйти от стресса. И так как для него это средство уйти от стресса, а не полноценный контакт с женщиной, он каждую женщину воспринимает как возможность уйти от стресса, антистресс. Потому что психологически самодостаточный зрелый мужчина не нуждается в том, чтобы бегать от одной женщины к другой. У него нет такой потребности она отсутствует. Он где-то на уровне своих ощущений может почувствовать, что да, мне нравится вот эта девушка, а мне нравится вот эта девушка, это тоже симпатично, но у меня есть жена. И а, он остановится. Но очень часто мы наблюдаем совершенно иную картину. И вот надо понять мужчине, твои а, похождения от одной женщины к другой, это сверхсексуальность твоя, какая-то супер там сексуальная конституция. Я тебе уверяю. Есть мужчины, которые, знаешь, переспят с женщиной и больше никогда не перезванивают. И он ходит и бравирует этим. И говорит, какое классно. Но я одному один раз сказал, говорит: ты знаешь, почему ты мне перезваниваешь? Он говорит, почему? Стыдно я, за результаты? Да, ты просто не хочешь узнать правду о себе. Потому что если какая-то из них скажет, не звони мне больше, или мне не понравился с тобой секс, для твоего уязвимого детского мозга это равносильно кастрации. Если ты, если ты готов поспорить, давай возьмем сейчас всех твоих партнер в контактах, с кем то там спал, и устроим опрос. Создадим закрытую группу в WhatsApp. Е. И а, девчонки, всем привет. Это тот самый. Хочу провести опрос. И ты здорово удивишься, да, какой ты да. любовник. Сразу переименовывают беседу в один сантиметр. Конечно. Англичане, я, я забыл, как называется этот институт, они проводили исследования для того, чтобы мужчина и женщина сексуально раскрылись в отношениях хотя бы там на 10-30%, им нужно находиться в паре 55 лет, 50 лет из которых они должны потратить исключительно на гармоничные отношения. 5 лет на кризисы, разборки, недопонимания. То есть даже при таком формате отношений у тебя не получится изучить твою женщину. А у нее не получится изучить тебя. У тебя сколько эрогенных зон? Ну, одна точно есть. Ну, у меня она тоже есть. А ну, давайте к ней добавим еще пару хотя бы. Но ну, есть какие-то? Ну да. Ну, ну, не называй, что это? пап, -пап они поместятся на э, одной руке, поместится. Давайте еще на да, да. А давай, девчонок, спросим, сколько нужно рук приклеить к ним еще, чтобы обозначить карту эрогенных зон? Ну да, у них гораздо больше. Это правда. Ну, а самое главное вот здесь. И когда мужчина думает, что у женщины такая же, как у нас, одна извилина, болтающаяся между ног, блин капитан и его команда, блин, то у них совсем все по-другому. У них нужно, нужно, как бы изучить все эти процессы, понимаешь? Там еще дорожную карту нужно выстроить. И пока ты идешь из точки А в точку Б, она уже передумала, говорит, поворачивай направо. Не там гладишь, не там трогаешь. И пока ты занимаешься сексом с женщиной, думаешь, как бы тебе быстро не завершить процесс, пересчитывая лепестки на обои. Блин, Плохие истории вспоминаешь. Понимаешь, так? там, представляя себе, там, койота дохлого. А она что делает? Она в этот период в фантазиях, блядь, своих. Она фантазирует, она вспоминает, в какой юбке она была вчера на работе, идти ли в ней же или взять с собой другую сумку. И да. в какой-то момент вот эти все дорожки и пути нейронные загоняют ее в сексуальный тупик. Она, о, боже, я же сексом занимаюсь. И приходит в себя. Это говорит о чем? О том, что в некоторых парах даже отсутствует культура прелюдий. Вот ты, например, можешь возбудиться за там, 4 минуты, а женщине твоей для того, чтобы войти в пик возбуждения, необходимо 12 минут. И не зря, вот я даже когда учился, уже мои покойные учителя, Полеев, Александр Моисеевич, известный на всю страну и не только, Агарков, покойный, это люди, которые посвятили свою жизнь исследованию сексуальности. Причем даже используя в тот период времени, когда они были живы и были такими молодыми активными специалистами, тогда технологически... Не было такого инструментария исследовательского, понимаешь? Но даже тогда умудрялись изучать и измерять активность мозговой деятельности и импульсы. Энцефалограф надевают мужчине на голову и женщине, и они начинают между собой контактировать. Муж и жена решили поучаствовать в, в исследовании. Приходит муж и жена, и на них надевают соответствующие приборы, подключают датчики покидают все помещения, никаких видеокамер ничего нет, все показатели выводятся на мониторы в другом кабинете. Для них создается максимально комфортная обстановка. Они взаимодействуют, Значит, обнимаются, целуются, а датчики фиксируют импульсную реакцию. И мы обнаруживаем, например, что в какой-то период времени импульсы мужчины доходят до пиковых показателей, а импульсы женщины еще даже до середины не дошли, а он уже супер возбужден. И он идет с ней в контакт. Она, естественно, не достигнув пика возбуждения, отвечает ему взаимностью. Он финиширует, либо, а, и все на этом заканчивается. Она даже не пришла туда. Понятно, что мы не можем в каждой семье а, в ЗАГСе выдавать эти датчики, но изучать-то можно друг друга. И когда мужчина понимает, что вот моя женщина достигает пика возбуждения при определенных действиях, при задействовании определенных эрогенных зон, еще чего-то, он знает, как к ней подобраться. Тогда их сексуальная близость дает какую-то определенную степень удовлетворения. Равно как и женщина понимает своего мужчину. Она знает, что для моего мужчины важны вот такие такие обстоятельства в сексе. Идет к нему навстречу. Это называется изучить собственный сексуальный интеллект и сексуальный интеллект отношений в паре. Вот там очень ну, минимальные измены. Они, конечно, могут быть, но это небольшой процент. Я с тобой про сексуальный интеллект абсолютно согласен. То есть это даже немножко инфантильно, если ты об этом не задумываешься. Если ты э, как бы мимо этой темы проходишь, Ну, я считаю, что это не очень правильно даже по, по отношению к своему партнеру. Сто процентов. Да и к самому себе неправильно. Потому что мы, мы же мужчины кайфуем не от того, как женщина а, технически исполняет какие-то пироэты в постели, если так задуматься. Мы впадаем в состояние внутреннего экстаза, если видим неподдельное удовольствие. искреннее удовольствие женщины, да. когда она наслаждается не тобой, а собственными процессами. А нам кажется, что это из-за нас. Понимаешь, что ух, я какой красавчик. Мы да. всего лишь посредники. Ну, а получается, ну да. Мы способствуем тому, чтобы. Ну, это как знаешь, вот женщина iPhone, а я зарядка для айфона. Да. Она прекрасна и без меня. Но пока я не всуну эту зарядку туда, она просто может разрядиться. Если мы посмотрим на физиологию секса между мужчиной и женщиной, мы приходим в близость женщины для того, чтобы разрядиться. Именно по этой причине, когда мужчина финиширует, оргазмирует, у него временно отключаются мозговая деятельность, остаются активными только центры, отвечающие за зрительные и двигательные аппараты, чтобы изучил безопасность в пространстве. И ты понял, что все безопасно, жену никто не утащит никуда, ты поворачиваешься на бок и засыпаешь, спишь. А женщина наоборот, она в сексуальной близости с мужчиной заряжается. И если ты не имеешь возможности разрядиться полноценно, она не может полноценно зарядиться, ваш секс будет просто никаким. Он может длиться 40 минут вот этой бестолковой акробатической борьбы. Либо это может быть 4-7 минут но невероятно грамотного подхода к близости, после которого у тебя охрененное состояние настроения, и ты просто в отлете находишься. Возможно, некорректный вопрос. Можешь на него не отвечать. Давай. Просто мимо, мимо него да я да, да я любые вопросы можно задавать. Да? Даже не готовься к ним, меня предупреждать не нужно. Ты сейчас говорил о том, что у состоявшегося, уверенного в себе мужчины, который правильно был воспитан, у него должна быть одна девушка, и он с ней должен, соответственно, построить семейное счастье. Не то, что должна быть одна девушка. В, отношениях, когда ты в отношениях, конечно. Да. Если да, я ты неправильно не в отношениях, сравнилась. у тебя может быть и не одна девушка. Ну, когда ты именно в отношениях. Если я в отношениях, да, одна. Но ты еще уточнял, что не нужно скакать от одной девушки к другой. Это тоже нездоровый признак какой-то. Нет, нездоровый признак, если у тебя на момент присутствует какое-то бесконечное количество женщин, и ты прыгаешь от одной к другой. Вот это история ненормальная. Я про это. Я хотел узнать, сколько у тебя было девушек? Слушай, я же не считал их. Нет, смотри, ну, давай я так скажу, немного. Немного. Я тебе объясню, почему. Мне уже задавали этот вопрос. Да. Вот. Очень давно. Очень давно. А, я же тебе сказал в самом начале. У меня была очень религиозная семья. И во многом я был воспитан на таких библейских ценностях. Да, где есть прелюбодеяние, где есть блуд. И я никогда не рассматривал отношения с женщиной как форму игры. То есть я понимал, что если я встречу девушку, которую я полюблю, я обязательно на ней женюсь. У нас обязательно будет семья. И а, я не могу сказать, что я жил какой-то, там, знаешь, супер-святой жизнью. Нет. То есть меня к истории, связанной а, с духовностью, привели родители где-то даже против моей воли. Я этого не хотел. И так как я этого не хотел и делал по настоянию родителей, естественно, мой фокус внимания был где? Гулянки, вечеринки, девчонки. Поэтому сказать, что я такой, знаешь, вырос э, евнухом-монахом, не целованным, не тронутым, ну, конечно, нет. Конечно, нет. И, и в моей жизни были периоды, когда я позволял себе какое-то не совсем зрелое поведение в общении с женщинами бегая, пусть не от множества женщин, от одной к другой, но с определенной периодичностью это было. Чувствовал к себе внимание от женского повышенное? Да нет, конечно. Нет. А сейчас, когда ты популярен у них? Да ну слушай, я им нафиг не вперся я им нужен как специалист. В большей части женщин. Я им не интересен как мужчина. Ты почитай комментарии. Хватит бухать, фу, какой ты жирный, бля, похудей, то 5-й, 20 -е. Зачем бороду сбрил, Отрасти бороду. Ты вот там у них непонятно. Ну, а 21-е уже пишут, О, какая борода. Вот. Ну, слушай, это тоже, знаешь, ты же всем не угодишь, поэтому у каждого своя какая-то фантазия в голове. Измены у меня были измены в жизни. Мне изменяли, я изменял. То есть в прошлых отношениях, когда это было, в позапрошлых отношениях. Я знаю, что у тебя было два развода. Да, да. Это ну, вот было связано с этим? А, ну, отчасти, отчасти. Отчасти, но... Это сколько а, лет было тебе? Первый первые развод у меня произошел а, вообще не по моей как бы инициативе. Вот. Ну, там была измена, но не с моей стороны, а со стороны моей жены бывшей в каком ну, возрасте, сколько тебе лет? Слушай, я уже не помню даже. Ну, Но это младший, старший 30. Тогда... 30. Младший, конечно, да. Сыну, это было, я тебе сейчас скажу, это было, наверное, где-то лет 26, мне 20... нет, вру. Лет 28 было, ну, до 30. Вот. А второй развод, там не было никаких измен. Просто мы немножко разошлись в разные стороны, с ценностями. Абсолютно нормально договорились, разойтись. Никто там ни с кем не конфликтовал. У меня вообще нет конфликта с людьми. И в моем окружении отсутствуют такие возможности. То есть я никому ничего никогда не доказываю. А выстраиваю с людьми отношения, в которых можно проявлять человеческие качества. Да? То есть меня окружать себе людьми, перед которыми я буду там выпендриваться, нет никакого смысла. И поэтому у меня нет и каких-то враждебных отношений с моими бывшими женами. Там, мой сын от первого брака уже много лет живет со мной. Понимаешь, у меня прекрасные отношения нас бабушками, дедушками, сына. Они приезжают в гости, мои родители с ними общаются, моя жена их с удовольствием встречает, Настя накрывает стол, усаживает их, понимая, что это просто часть родовой системы ребенка моего сына, моего мужа. Дочь постоянно находится от второго брака у меня. Дочь постоянно находится с нами. Ну, как бы там летом она все время у нас. Какие-то каникулы. Мы к ней летаем. Она к нам прилетает. То есть нет никаких разборок вообще. Все прекрасно себе живут. Первая жена замужем родила детей, вторая жена замужем родила детей. Никто никого ни в чем не обвиняет, никто никому не пытается навязать ты плохая мама, ты плохой папа. Все абсолютно э, уравновешено и зрело. И в этом ты тоже как Ты думаешь, это потому что ты психолог и смог там разобраться? И... Да нет, это такое, так всегда было. Ну, как бы я об этом даже и не думал. Мне кажется, это даже не связано с психологией, а где-то просто с осознанностью человеческой. Ну, ты же понимаешь, что мужчина и женщина разводятся, а вы можете друг друга ненавидеть. По разным причинам. Ну, часто, да, это и происходит. Понимаешь? Но если у вас есть ребенок, ну, вы можете ненавидеть друг друга как мужчина и женщина, но при этом взаимодействовать нормально, как мама и папа. А очень часто мужчины и женщины не осознают этого, они даже не понимают этого. Давай просто договоримся с тобой, что если мы хотим как-то поконфликтовать как мужчина и женщина, мы найдем для этого ну, другое время. А здесь будем говорить только про родительство. Мы ранее с тобой говорили про архетипы, про архетип как... Мон... Есть рыцарь, развратник, там, архетип э, Мадонны, вот, как, а, а, архетип Мадонны, архетип блудницы, архетип рыцаря. Но все эти архетипы так или иначе применимы, если у тебя а, была полноценная семья. Не всегда. Вот, просто, не, ну, так или иначе, архетип э, Мадонны, он списывается с матери, да? Архетип рыц... Архетип... Э, сейчас... Развратника или нет, рыцаря? Нет, 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 отца, получается. Ну, возможно, архетипов можно сразу. Я запутался названиях. Да. Но так или иначе, у нас очень много семей сейчас неполноценных, и много девочек э, выросли без отца. Вот как это влияет на их отношения и на построение А это может земли? быть вообще обратная история. Когда у женщины, э, которая выросла без папы, э, сформировалось изначально нейросоциативно негативное отношение к нему. То есть, она его, возможно, никогда не видела, или он бросил и ее и перестал с ней общаться. И у нее внутри либо обида, либо месть. И она встретив мужчину очень часто может на нем отыгрываться, как на архетипе папки. То есть она находится и архетип отца, и просто-напросто его уничтожает, вымещая на нем всю ту злость и боль, которую она прожила без отцовской любви. Вот. Но, слушай, ну давай посмотрим на период после Великой Отечественной войны. Там не было ну, огромной, большая часть страны, это были неполноценные да. семьи. Да мальчики где воспитывались если у мальчика нет папы у мальчика может быть дядя если у мальчика нет дяди может быть брат может быть дедушка этого Он замещения может... достаточно конечно а -а это может быть тренер да то есть, ну, всегда можно найти такую значимую зрелую фигуру равно как и для женщины для девочки то есть она тоже может быть под покровительством дедушки друга семьи там не знаю кого угодно но эта фигура будет находиться рядом ты же понимаешь, нам выгодно обвинять своих родителей либо неполноценную модель семьи, когда мы сталкиваемся с какими-то сложностями в жизни. А когда у нас все хорошо, мы почему-то об этом не вспоминаем. Почему, когда ты зарабатываешь миллион долларов в месяц, ты не говоришь, вот красавчики мои родители, моя неполноценная семья. Да? А если у тебя что-то плохо, например, ты не зарабатываешь даже 100 тысяч, и не понимаешь, как это сделать. Это все потому, что у меня была семья неполноценная, не было модели поведения папы. И это тоже одна из огромнейших ошибок многих помогающих практиков, психологов, которые подсаживают эту установку. Безусловно, да, мы там говорят сейчас, все проблемы из детства. Да, они из детства. Да, мы там формируем себя. Но какие основания постоянно возвращаться туда? Это прошлое. И ты прошлому своему не интересен, ты его не догонишь. Тебе нужно быть здесь и сейчас. А в психологии и психотерапии есть а, практики, особенно если мы берем когнитивно-поведенческую психотерапию. Там огромное количество практик, которые позволяют тебе оставить в прошлом прошлое негативное и здесь и сейчас построить осознанное отношение с собой, с окружающим миром. Было бы у тебя только желание. А для многих людей а, обида на маму, на папу – это такая, знаешь, история, связанная с а, а, виртуальными костылями. Я неуспешен, потому что есть обида на маму. И уперся в эту проблему. Забираем эту проблему. Он находит другую то есть это легитимное оправдание своего безответственного отношения к собственной жизни. Нужно отпустить родителей вот, принять свое детство, принять своего отца, принять свою мать. Еще раз повторюсь: ты можешь злиться на своего папу. Например, вот я знаю огромное количество мужчин, которых отцы бросили, но он никогда его видеть не видел. Вот вообще никогда не видел. У этого мальчишки была сверхпотребность а, в том, чтобы он его обнял. Да даже подстрачник ему дал, понимаешь, на кухне злой. Это тоже некая, знаешь, коммуникация. А, мы же не можем требовать от родителей только быть идеальными. Ну, не бывает идеальных родителей. А, а у него этого не было. И этот пацан вырос всю свою жизнь, а, упра... опираясь исключительно где-то с одной стороны на генетическую стабильную... стабильность своей психики, с другой стороны, он выживал как мог, оттачивал свои мужские качества там, на улице. С третьей стороны, он постоянно был во внутреннем конфликте. Вот он вырос, папы не было. А если ты более глубоко пойдешь в изучение всех процессов, связанных с генетикой, ты посмотришь, что если взять, например, генетические коды, то в тебе этих генетических кодов отцовских может быть просто херова туча. И когда ты начинаешь идти в сумасшедший негатив по отношению к своему отцу, идёшь, ты, по, по сути, сути идешь в негатив по отношению к себе. Ты блокируешь э, трансляцию этих программ. И для того, чтобы с этой историей справиться, тебе нужно посмотреть не на папу, а за папу. То есть стоит папа, и ты представляешь за ним там, дед, а за дедом прадед, а за прадедом еще. И там, вот, если ты обратишь внимание, эпигенетически, и генетически ты состоишь из частичек огромной родовой системы. Там тысячи мужиков, представляешь? И твоя внутренняя опора это не деструктивный отец, который тебя нахер послал, а твоя внутренняя опора это вся родовая система, вся мужская линия. И э, тебя никто не заставляет полюбить своего папу, например, который к тебе там хреново относился, принять его, поблагодарить за жизнь и за то, что ты не на не засох, блин, а оказался в э, своей матери, внутри, она тебя вы, выносила. Только за это. То есть я принимаю своего отца. Я благодарю его за жизнь. И так как ты иерархически ниже, как только ты идешь в осуждение, ты нарушаешь иерархию. То есть ты можешь принять и отпустить. Даже не простить. У тебя нет оснований прощать. У тебя нет такого права прощать. Ты не можешь прийти к вышестоящему человеку и сказать, я тебя прощаю. Это он может так сделать. И вот как только мужчина становится на эту иерархическую ступень ниже отца, отказывается от обвинений, какие осуждения, гнева, злости, отпускает его, принимает, позволяет ему быть вот таким алкоголиком, это его выбор, позволяет ему бросить семью, уходи, да, ты ушел, этот выбор, твоя ответственность, но ты должен быть в зоне своей ответственности. А если я не научился управлять зоной своей ответственности, как я могу вообще управлять чем-либо в этой жизни? И вот такие моменты, они очень важны для мужчины, равно как и для женщины, которая живет с этой обидой на папу. Ей нужно признать это, просто отпустить его. А при возможности какой-то, возможно, даже и пойти на контакт с ним. Мы, знаю, у меня были такие клиентские случаи, когда, я буквально недавно рассказывал, когда мама настраивала дочь против отца, при этом... А, мама, это, получается, бабушка, мама ее, да, ее отца, каждый раз а, все переводы, которые он делал финансовые, отправляя деньги своей бывшей жене, она собирала чеки и складировала их. А он не знал об этом. И когда девочка уже стала взрослой и а, он попытался с ней найти общий язык, он и объяснил, что я много лет пытался а, увидеть тебя. А, а, так как это все происходило в период, когда не было интернета, когда а, ты же понимаешь, когда ты приходишь, там какая-то сберкнижка у тебя какие-то эти отправленные, ну, переводы не Western Union, а как это было раньше в Сберкассе. Ну, вот, то есть я, я даже не понимал, где ты находишься. Потому что, когда мне одни люди говорили: ты находишься в таком-то городе, я приезжал, узнавал, где ты живешь, твоя мать меня просила не появляться. И да, у меня появилась другая семья, у меня там появилось двое детей. Но у меня не было такой возможности звонить тебе. Я не знал твоего ни номера телефона, у меня не было мобильника, и у меня не было финансовой возможности постоянно летать по стране и тебя разыскать где-то. И бабушка уже показала, их: вот на, посмотри. А мать ни слова не говорила. Потому что он заботился о ребенке, он переводил деньги, блин. Он отправлял какие-то игрушки, подарки, которые мама приносила домой от своего имени. И вот, и, и, представь себе вот его состояние, да, и, безусловно, очень часто мужчины дистанцируются от общения с детьми не потому, что они не хотят с ними общаться, а потому что создаются условия, в которых присутствует манипуляция, обман, настроила там она против на мужа ребенка своего. И такое может быть. У тебя могут быть самые страшные отношения с женой. Это твоя родовая система. Вот пока ты сидишь в ресторане, пьешь виски, жрешь стейк, Возможно, твоему ребенку плохо. Возможно, кто-то булит его и, и троллит за то, что у него нет папы. А ты пытаешься очаровать какую-то очередную свою кобылу своей мужественностью. Хотя, по сути, я всегда женщинам говорю, если ты знаешь, что у твоего мужика есть ребенок, он за тобой ухаживает, посмотри, как он к нему относится. Если он забыл и не знает, как он и что он, то спроси, какой размер ноги у твоего ребенка. Понимаешь, какой у него рост, сколько она весит, а что она любит на завтрак. Если ты видишь, что мужик плывет, и он вообще не взаимодействует с ребенком. Развернись и уйди. Это первый показатель мужской безответственности. Как с тобой можно быть в партнерских отношениях в бизнесе, если ты сам в отношению к ребенку своему? Ну что с тобой, о чем с тобой можно вообще говорить? Ладно, там ты же не изменяешь свои, да, там какие-то тараканы в башке, но это же твой ребенок. Если ты его обманываешь и предаешь, и стучаешься из своей жизни, ты завтра э, будешь поступать с любыми принципами и договоренностями в бизнесе. Это мое субъективное убеждение. Может быть, это не так. Ну, тут другое по-другому думает. Но я считаю, что это так. Я никогда не буду общаться с мужиком, который, значит, не общается со своим ребенком. Ну, никогда вообще. Ну, кстати, касательно и измен. Мне кажется, не стоит слишком доверять человеку, который изменяет своей девушке, потому что так или иначе они договорились, регламентировали, что этого не должно происходить. Ну из-за исключением свободных отношений. И он это нарушает, быть, он да. будет это и в бизнесе да. делать. Ну то есть я всегда, когда ну это понимаю, так звездочку ставлю с человеком, с которым взаимодействую. И еще касательно иерархии, то есть ты не можешь прощать условно отца и свою мать, там за Ты можешь их принять. Ты можешь их принять, да. да. Потому что иначе, ты, если ты нарушаешь эту иерархию, то твои дети будут к тебе также относиться. Ты по сути допускаешь, что это правильно. Значит, ты, почему дети могут... Да, стопроцентно, что верно, это нужно. Да. И плюс ко всему ты отказываешься от позиции ребенка и занимаешь позицию родителя. То есть ты своих родителей делаешь с детьми, а себя превращаешь в родителя. Это вообще история не про, не про зрелость психологическую. А почему это плохо? Это плохо, потому что ты нарушаешь а, взаимодействие. У тебя нарушается такой, знаешь, психологический гомеостаз. То есть мама это мама, мама большая ты маленький. Папа это папа, папа большой, ты маленький. Ты можешь быть близким к своим родителям только в формате ребенка. Ты не можешь лезть в их отношения. Ты не можешь давать им рекомендации, как им проживать эту жизнь, как им бороться со своими привычками. Ты можешь из позиции ребенка делиться своими переживаниями, например, да? что, пап, я очень переживаю, когда ты выпиваешь много. Но не с позиции, как ты пал, сколько ты можешь бухать, потому что это уже нет, стопы, дружок. Возвращаемся опять в детскую позицию. Ты ребенок. Даже если тебе 40 лет от твоему отцу ты там 70, да. ты в позиции ребенка. А, это я недавно смотрел это видео. Опять этот Косенко, блин, всплыл. Серега, блин. Короче, жена его забыл, как ее. Белял. Саша Беляр. Беля, а, Белякова, Белякова да. да. Я смотрел видео, где она говорит: Я не помогаю своим родителям, типа там деньгами никогда. Потому что я, да, я видел ребенок, тоже это а это родители. Типа да. я так унижаю их, там еще. А ты там, в общем, тут вот, начался вот такой, знаешь. Ну, как а... раз принципы иерархии ломаются. Иерархии. Uh, у тебя... Послушай, Тут надо ну, разобраться. Ну, давай да. разберемся. Послушай меня. Стой. Принцип иерархии заключается в том, что ты не берешь на себя ответственность uh, заменить своему родителю, например, своей маме мужа. Да, или заменить своей маме, например, uh, маму, либо папу. Uh, это называется uh, невротические отношения, да, это невротические роди... детско-родительские отношения. Когда ты осуждаешь, когда ты берешь ответственность, когда ты пытаешься сделать свою маму счастливой не с позиции сына, а с позиции мужа, обсуждая с ней ее интрижки на стороне и так далее. Вот это нарушение иерархии. А когда ты идешь в заботу о своих родителях и забота регламентируется степенью твоих возможностей. То есть ты для себя, например, определяешь, вот я зарабатываю миллион рублей в месяц. Для меня абсолютно комфортно отдавать своим родителям, ну, там, 100 тысяч рублей. Все. И ты это делаешь абсолютно искренне. Ты да так сказал, свой. Архия, как будто это, я не согласен с да тобой. Да, нет, я не про тебя сказал архия, а про а про вот эту модель, по которой мы обсуждаем. Если что, да. зафиксируем для протокола, зафиксируем. Я, я абсолютно ну, ты согласен. Же ты видишь, такое... думаешь, что я буду сидеть тебе хамить, что сумасшедший, что Ну, мало. Ну, теперь нет. сумасшедший. Ну, вот, видишь, ну как по-другому? Как ты можешь думать такие вещи вообще? Ну, Но... теперь ты меня, про сам, про теперь ты меня про виноват. Саму, нет, про саму тему. Да? То есть это не манипуляция. <laughs> это про саму тему. А вот, и смотри, а если ты это делаешь например, из позиции «я не могу, но обязан» берешь кредиты, либо отдаешь эти деньги в ущерб своим детям, в ущерб своей, значит, там, жене, своему делу. Это совсем другая история. Это называется благодарность и благородство. Когда наши родители нас воспитывают и вкладывают в нас свою любовь, хотим мы этого или нет, они от многого отказываются. Детям самое лучшее. И где-то мама тебе подсунет что-то, потому что она не купит себе лишние там колготки, понимаешь, либо нижнее белье, но подарит тебе какую-то классную машинку. Где-то папа пойдет на уступку и подбросит тебе кусок мяса в тарелку, а сам его не съест. Это называется любовь родителя к ребенку. Этот ребенок вырастает и такой оборзевший говорит, я не дам, Окей, okay. а ну, ты представь себе, твой родитель нуждается в этом. Я не могу быть для тебя родителем, это долбоебизм, понимаешь? А ты, и, и несмотря на то, что я психолог, я уважительно отношусь к своим коллегам, но здесь еще нужно немножко изучить некоторые психологические исследования и подходы, которые плюс-минус надиктовывают такую историю. Либо нужно правильно интерпретировать, чтобы люди правильно это понимали. Либо нужно об этом вообще молчать. Потому что когда человек поверхностно услышал историю какую-то и транслирует ее на весь мир, выдавая ее за истину, а при этом это маразм, ну, это маразм. У тебя есть миллионы, ты знаешь, что твоя мать нуждается, и ты сидишь там в позиции дзена. И показываешь, какая у тебя сумка классная. Показываешь, какие у тебя там бриллианты, какая у тебя тачка с открытым верхом. Ну, это, ну как бы, это, это просто сумасшествие. И теперь опять возвращаясь, там, например, к тому же к, к Северному Кавказу и многим-многим другим ä, народностям, да, где ä, взрослый человек ⁇ это уважаемый человек. Он в магазин, там, в аптеку заходит, все встали. Понимаешь, в поликлинику зашло, все встали, прижались к стенке. Это называется быть в служении родовой системе. Ты отдаешь дань, ты отдаешь это не долг ты отдаешь дань уважения. Ты признателен родовой системе за то, что она передала тебе возможности, которыми ты сейчас пользуешься. И ну, это мое мнение. Да, пускай там, я не знаю, кто-то разделяет, возможно, такую точку зрения. Но я ставлю себя на место родителя и представляю, мой сын вырастет. Да, ему там пацану уже, блин, 20 лет почти. Два метра ростом, здоровенный. Он стал успешным там парнем. И я там в преклонном возрасте уже даже консультации проводить не могу, понимаешь, там сижу. Тебе 42, да, Ну да, ну, я, нет, я там, про будущее. А про я... будущее. <laughs> ну там, я, там, <laughs> 70 лет, там 80 лет, мне, дай бог, там доживешь, доживу, доживу до этого времени. И он мне, я ему пишу и говорю, например, там, Николас, там, у папы нет денег на жизнь. Можешь как-то поддержать меня? И он мне присылает сообщение. Пап, извини, я твой ребенок, но я не твой родитель. Куда мне пойти? На помойку? Выпрыгнуть в окно? Сдохнуть с голоду? Или позвонить соседу и сказать, слушай, дай кусочек хлеба? Ты вообще представляешь, это насколько... Это же отражение масштаба личности человека. Это отражение его внутренних состояний. Это отражение его смыслов жизненных, его духовности. А... И отражение ты видишь какое. И то, что мы видим вот эту браваду какую-то, там деньги, вертолеты, машины и все остальное, а ты счастлив? Ну, ты можешь рассказать, что ты счастлив, конечно, но создать такую видимую счастье. Ну, ну, будь счастлив в своих ценностях, но ну, не транслируй их неокрепшим умам молодым. Потому что для кого-то подобная трансляция является образом для подражания. И какая-то девочка придет домой и своей маме скажет, а иди-ка ты нахер. Не подходи ко мне, ничего мне не проси больше. Я с тобой абсолютно согласен в этом вопросе. И также, когда ты упоминал э, людей, которые приходят на консультации и начинают винить во всем своих родителей, я считаю, что это тоже абсолютно неправильно. И так или иначе ты уже совершеннолетний человек, э, взрослый человек, должен быть какой-то принцип личной ответственности. Ты уже сам решаешь, отвечаешь за свою жизнь, ты можешь как-то, ну или исправлять свои проблемы или или как-то по-другому это решать. Но у родителей уже вообще ни при чем. Абсолютно, Все, верно. Абсолютно верно. И в завершение нашего подкаста можешь ли, пожалуйста, дать несколько советов для тех пар, кто в отношениях и для тех, кто только ищет свою вторую половинку. Это это смешной вопрос. Нет, нет, ладно. Советы. Для тех... Нет, давай сначала разберемся. Для тех, кто ищет отношения, или для тех, для тех, кто уже в отношениях? Давай сначала для тех, кто уже в отношениях. Кто в отношениях? Слушай, ну я, я считаю, что нужно изучить законы отношений. То есть изучить, из чего состоит структура отношений. Фундамент отношений – это осознанность, когда я понимаю, из чего они состоят. А все остальное – это уже приобретаемое. А для того, чтобы встретить человека своего, нужно, во-первых привести себя в состояние зрелости психологической. Тогда ты встретишь такого же человека. Потому что невротик всегда встречает невротика. То есть они друг друга видят, как рыбак-рыбака издалека. Мимо тебя могут, может ходить огромное количество прекрасных женщин, прекрасных мужчин. Но вот эти невротики обязательно клюнут друг на друга. А те, кто нормальные, психологически зрелые, будут ими оценены как скучные. Неинтересно, и вообще химии никакой с ними нет. Прийти, что-то такое, потому что у меня из носа пошла уже, блин, в, этом, в этой обстановке. Нет, это какая-то беда на Некомфортно. Не, нормально, душновато. просто уже жарко становится. А, ну да, душновато. Я говорю, вот. Нет, я считаю, что прежде чем пойти в отношения, ты должен выстроить очень близкие отношения с собой. Тебе должно быть настолько интересно с собой, настолько комфортно настолько изобильно удовлетворяюще, чтобы ты в отношения шел не для того, чтобы избежать одиночества, не для того, чтобы заткнуть своим партнером какие-то дырки внутренние, а для того, чтобы поделиться этой изобильностью. А если ты идешь в состояние внутренней пустоты и страхами, ну, ну придете вы в отношения, побудете какое-то время и сбежите оттуда. Марк, большое спасибо тебе за подкаст. Тебе это, спасибо. Это было реально очень интересно. Тебе спасибо. Прям, ну, редко такие подкасты получаются. Зрителей я призываю писать комментарии. Марк, читаешь ли это комментарии под выпусками? Бывают ли такие? Да, конечно, интересно почитать здесь и посмотреть, <ф Lunch> Особенно что там пишут? под этим выпуском, мне <х scalable> <ankle América>. <ф gt> Да, и здесь посмотрю тоже, да. Что? Интересно глянуть. <ф>. На какие социальные сети стоит подписываться твоих? У нас есть и YouTube канал и Инстаграм, и Телеграм-каналов несколько. У нас есть и закрытые, открытые Телеграм-каналы. Ну, в общем, YouTube, Телеграм да. А, У нас, точно кстати, есть оставим. очень классное сообщество. Если твое окружение – это люди, которые страдают, не удовлетворены своей жизнью, они не способны самоактуализироваться, найти себя, раскрыть себя аутентичность свою, тебе нужно окружить себя такими людьми. И вот для таких ребят мы создали такую программу интересную. Поэтому, если есть желание, давайте к нам все. Также, друзья, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой YouTube канал слушайте нас на всех подкаст-платформах и ждите наши следующие подкасты. Надеюсь, они будут не менее интересные. Я даже пообещаю вам, будут точно не менее интересные. Вот. Всем пока. Марк. Да-да. Смотрел ли ты броню? Это что такое? А чтобы увидеть продолжение этого фрагмента, переходи по QR-коду на экране или по ссылке в описании в мой телеграм-канал. Там вообще очень много всего полезного.